Здравствуйте, дорогие коллеги, друзья. Хочу вас поблагодарить за интерес, который вы проявили к сегодняшнему мероприятию. И попросил бы, если действительно вас что-то заинтересует, у вас будут какие-то вопросы после окончания вот этой первой части, не стесняться их задавать. И, собственно, может быть, намного более интересная часть сегодняшнего мероприятия, это будет дискуссионная ее вторая половина. Мне хотелось бы предварить, собственно, содержательную часть некоторыми такими философскими рассуждениями относительно того, что же вообще мы сегодня будем обсуждать. Ну, начнем с того, что государственные награды – это такой же важный символ любого государства, как, скажем, герб, флаг или гимн. Но в отличие от этих трех, хорошо всем известных, это нечто, некий государственный, некий символ, который связывает государство с конкретным гражданином. И вот эта функция, которая, как мне кажется, другими институциями никоим образом не обслуживается, является очень важной и в значительной степени несет в себе элементы инструментария государственного управления. Но помимо этого еще и связи каждого человека с его отечеством, с его культурой, народом. И очень многих народов государственные награды намного важнее, чем, например, существующий режим. Они намного дольше существуют, и уважение к ним значительно выше, чем уважение к тому или иному институту государственного управления, даже к тому, который, собственно, является источником этих самых государственных наград. Это очень интересный феномен, который тоже подлежит изучению. Погромче. Да, спасибо. Это тоже интересный феномен, который подлежит изучению, и это скорее такая история про культурологию. Но тем не менее, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что государственные награды, помимо общепринятых таких сторон своего существования, имеют и вот эту важнейшую функцию – связи государства и конкретного гражданина. Кстати, не всегда являющегося гражданином этого самого государства. Каким образом родились те институции, которые сейчас принято называть государственными наградами? Ну, начнем с того, что перед системой государственных наград, как правило, стоят вполне конкретные задачи. И задачи эти, разумеется, появились далеко не в последние 50, 100 или даже 200 лет существования человечества, а, естественно, стоят перед народами, в особенности объединенными в государство, в течение тысяч лет. Надо сказать, что последние исследования говорят о том, что еще в Древнем Египте, в период Среднего Царства, существовали аналоги нынешних государственных наград. Например, наиболее известными из них являются такие пчелы, золотые пчелы, которыми можно было украшать свои одежды и доспехи, и которые часто встречаются в захоронениях в соответствующих вельмож. У некоторых по две, у некоторых по три, у некоторых даже по пять. Сначала они были, видимо, атрибутами людей, служивших на военной службе, потом, по-видимому, перекочевали также и гражданским чиновникам. Но, тем не менее, они существовали уже и тогда. Более известные и хорошо поддаются исследованиям в силу наличия большого количества источников – это, конечно, награды римские. Ну, во-первых, собственно, термин фалеристика, который описывает науку о наградах, произошел от слова фалера. Это одна из наград, принятых в Древнем Риме. И, надо сказать, далеко не единственная. Из того, что мы сейчас можем назвать абсолютным аналогом государственных наград, можно смело упомянуть в первую очередь так называемый травяной венок. И здесь возникает очень забавная ситуация, связанная с тем, что, оказывается, за 2000 лет, прошедших с того времени, когда травяным венком украшали наиболее выдающихся и храбрых воинов древнеримских регионов, выясняется, что, в принципе, то, за что сейчас присваивают высшие воинские награды, такие как, например, у нас Орден Святого Георгия или звание Героя Советского Союза или Российской Федерации сейчас, или, скажем, Крест Виктории, как наиболее знаменитую военную награду из долго существующих в странах Содружества, в первую очередь в Великобритании. Надо сказать, что те же самые подвиги, которые в свое время
приводили к награждению травяным венком, сейчас приводят к награждению вот этими высокими наградами. Что это такое? Человек, который первый взошел на стену вражеской крепости. Человек, который смог защитить собственное знамя или, соответственно, знак легиона. Человек, который вернул значок легиона в виде орла, взятый ранее в плен врагами. Все эти люди подлежали награждению вот таким выдающимся знаком отличия. Тем не менее, с развитием государственности, собственно, награждениями были ведь не только награды в виде каких-то внешних знаков. Ну, понятно, что, по-видимому, вообще с первыми видами наград были награждения, конечно, материальными какими-то благами, в первую очередь деньгами или землями, которые являлись основным источником существования в античные времена, да и в Средневековье. А впоследствии также появились и некоторые другие награды с возникновением более строгой иерархии, скажем, возведением в Древнем Риме в то или иное сословие, например, во всаднике, то есть в представители второй по значимости аристократической группы после сенаторов, ну или даже возведение в сенаторы, собственно. Мы помним, что даже некоторые животные, не относящиеся к приматам, были введены в сенат в качестве награды за добрую службу своему императору. Но, тем не менее, наш предмет сегодняшнего изучения несколько более узкий. И помимо вот тех наград, которые принимали чисто материальные обороты, надо сказать, что, конечно, в раннее Средневековье вот эти древнеримские традиции, связанные с награждениями разного рода фалерами, они, в общем, прекратили свое существование, и в особенности в период такой совсем уж феодальной раздробленности, когда государства были, как правило, маленькие, в общем, не очень большие армии были тем самым, и не перед кем было, так сказать, распускать свой павлиний хвост, люди, конечно, стремились за чем-то очень осязаемым. Земля, деньги, иногда даже просто одежда, оружие, конечно, конь. Но, тем не менее, с возникновением крупных государственных образований, как обычно, те самые задачи, которые стояли перед такими же большими государствами в древнем мире, стали возникать опять перед, как правило, теперь уже единоличными властителями или перед военным руководством государства. И здесь появилась очень удобная рядом лежавшая система, связанная с духовно-рыцарскими орденами, которые, в принципе, возникли в период, в первую очередь, крестовых походов, и представляли собой очень интересную структуру, которая впоследствии оказалась основой для возникновения той наградной системы, которая теперь принята, ну, во всяком случае, практически во всех европейских странах и была дублирована в значительной части азиатских. После возникновения крупнейших таких центров государственности в Западной Европе, это в первую очередь, конечно, Англия, в особенности после завоевания норманами, это французский королевский домен во Франции, появились некоторые зачатки системы награждений, той, к которой мы привыкли сейчас. Ну, во-первых, конечно, со времен основания Священной Римской империи появились титулы, которые, в общем, более или менее общепризнанно ходили в Европе. И, конечно, для любого человека, участвовавшего в такой активной социальной жизни, наличие титула было исключительно важным. Но вот ситуация немножко устоялась, титулы и земли более или менее оказались распределенными так или иначе. Причем, надо сказать, что, конечно, все это постоянно было в движении, когда Генрих VII оказался после войны Алой и Белой Розы на троне и созвал парламент, выяснилось, что в палате лордов оказалось меньше 20 человек, всех остальных просто убили. Поэтому, конечно, он был вынужден институцировать некоторое количество новых титулов. Надо сказать, что, например, в Англии в то время было всего 2 герцогских титула, и не связанных с королевским, непосредственно с королевским домом, был, собственно, один только герцог Норфолк. Да, спасибо. Если будет плохо слышно, если я буду говорить слишком тихо или неразборчиво, вы, пожалуйста, говорите мне об этом, чтобы у нас была какая-то связь. Да.
Так вот, более или менее, после складывания вот этой системы титулов, наличия каких-то серьезных земельных наделов, встал, конечно, вопрос о том, каким образом выделять людей уже среди равных, в том числе среди весьма-весьма титулованных. И тут, конечно, появилась первая идея того, каким образом связать таких первых среди равных, среди лучших вассалов монарха, самого монарха и идеи служения. Повторяю, это была идея, связанная с духовно-рыцарскими орденами. И в 1348 году, весьма романтической истории, как это принято теперь считать, было дано начало первому из реально существовавших, заведомо существовавших, документально подтвержденных и существующих до сих пор, кстати, ордена, английского ордена подвязки. Надо сказать, что существует значительное количество легенд, говорящих о том, что до этого и в Англии, и в Шотландии, и во Франции, да и в других некоторых образованиях государственных, нечто вроде рыцарских орденов существовало. Однако гарантированного исследования такого, вот, которое могли бы подтвердить все подробности подобного рода существования, не существует. Поэтому можно говорить о том, что 1348 год – это и есть начало той наградной практики, к которой мы привыкли. Причем надо сказать, что сначала это было, в общем, не очень награда. Вообще английская система награждения, она довольно сложная, она очень сложно переводится на русский язык, практически нет нужных слов. Там есть такие вещи, как, например, почести, которые никак не связаны с заслугами. Но, тем не менее, впервые появилось какое-то специальное отличие, которое могло быть присуждено дворянину, который как обладал одним из высших титулов, связанных с членством в Палате лордов. Вы знаете, есть 5 рангов лордов, пэров, прошу прощения, и любой пэр является по факту наличия такого титула членом Палаты лордов. Это герцогский титул, это первый важный, самый важный ранг. Далее шли маркизы, графы, виконты и бароны. Впоследствии, уже в 17 веке, появились так называемые баронеты. Это не звание пэра, и членство в Палате лордов оно не давало. И более того, как правило, в значительной степени приобреталось за деньги. Это было связано с тем, что казна обнищала, и надо было что-то такое придумать, чтобы деньги были получены. Но, тем не менее, баронеты — это нечто среднее между нобилити, то есть теми дворянами, которые обладают вот этими 5 титулами, и джентри, то есть обычным дворянством, которое титулами не обладало. Так вот, в 1348 году, повторяю, довольно романтическая история, как принято сейчас считать, было дано начало вот этой вот истории с орденами. Якобы на одном из балов одна из фрейлин, говорят, что это была графиня Солсбери, потеряла подвеску голубого цвета. Подвеска та, которая носилась, как обычно, под коленом и поддерживала чулок. И естественно, что в те времена, когда даже щиколотку женскую нельзя было показать, это считалось абсолютно неприличным, что произошло? Ну, как обычно в школе. Дети начали смеяться над каким-то своим соучеником, который каким-то образом неудачно себя повел. Ну, в данном случае это были не дети, а королевский двор. Дело происходило на балу. И тогда один из выдающихся деятелей Средневековья, король Эдуард III, тот, который фактически начал Столетнюю войну и завоевал огромную часть Франции, про которую он считал, что он является ее законным королем, в силу того, что он был внуком Филиппа Красивого через свою мать, а во Франции придумали солический закон и не дали ему стать королем. Он решил завоевать Францию, что практически этого ему удалось. Но, тем не менее, он, кстати, не говорил по-английски, он говорил только по-французски. Тем не менее, когда он увидел вот такую ситуацию, его это несколько озлобило, и он поднял эту подвязку, надел на себя, тоже под колено, и произнес знаменитую фразу, которая до сих пор является девизом ордена подвязки. Он сказал: пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. И надо сказать, что на протяжении вот уже 650 с лишним лет, а если быть точным, 665, получение вот такой вот матерчатой подвязки является мечтой любого человека англосаксонского мира. Первым знаком, собственно, принадлежности к ордену, который он основал через несколько дней после этой истории, была, собственно, вот такая подвеска. И именно поэтому так этот орден до сих пор и называется. Он ограничил число членов этого ордена 24,
И надо сказать, что до сих пор это ограничение существует. 24. Помимо, собственно, самих рыцарей, еще имелся сузерен ордена, то есть сам король. А сейчас, помимо вот этих комплектов из 24 членов, могут быть почетные члены иностранцы. Это в 100% случаях иностранные монархи. А также экстра-члены, то есть члены королевской семьи, они не входят в вот этот общий комплект. Конечно, в начале, за исключением сюзерена ордена, то есть в случае, если правящим монархом была королева, никаких других женщин в ордене состоять не могло. Но с течением времени, вот в течение последних, так сказать, десятилетий, было принято решение относительно того, что могут быть помимо, собственно, рыцарей подвязки, также и дамы подвязки, леди подвязки. И надо сказать, что некоторые семьи представлены в ордене подвязки исключительно хорошо. О чем я немножко позже расскажу, когда буду говорить о знаках ордена. Итак, 665 лет назад был основан первый фактически рыцарский орден, который связал монарха и его лучших, избранных им лично, так сказать, подчиненных ему, подвластных ему дворян. Довольно скоро, узнав об этом новшестве, народ засуетился на континенте. И очень близко связанный с английским Бургундский двор, который тогда считался наиболее блестящим на континенте, самым богатым, тоже заботился о создании своего ордена. И был основан знаменитый орден Золотого Руна, который тоже до сих пор существует, причем, как ни странно, в двух дивизионах. А одно время он даже существовал в трех ветвях. Дело в том, что бургундские герцоги довольно быстро вымерли в мужском поколении, и дочка Карла Смелого, вышла, единственная наследница бургундского герцогства, вышла замуж за императора Максимилиана. В результате этот орден, очень чтившийся в Европе, перешел к Габсбургам. И Габсбурги стали, собственно, выдавать этот орден, причем, надо сказать, что потихоньку увеличивая количество членов в нем. Дело дошло до того, что, в конце концов, общее количество членов в нем практически перестало регламентироваться. Но это было, правда, связано в первую очередь с тем, что владения Габсбургов занимали почти всю Западную Европу, да и не только Европу, и большое количество весьма родовитых, серьезных, сильных людей состояло под властью Габсбургов и, конечно, хотели быть отмечены этим орденом. Так вот, после учреждения уже ордена Золотого Руна, учреждение таких орденов посыпалось как из рода изобилия. Во Франции был учрежден знаменитый орден Святого Михаила, однако с течением времени он был настолько размыт в смысле чести, которую он предоставлял тем людям, которым он награжден, что уже Генрих III, последний из Валуа на престоле, был вынужден учредить новый орден, который, конечно, хорошо известен многим из вас, это орден Святого Духа. Орден Святого Духа все время правления Бурбонов, ну, сначала последнего из Валуа, а потом Бурбонов, был высшим орденом Франции. И очень забавно то, что кавалером ордена Святого Духа можно было стать только в случае, если кандидат был уже кавалером ордена Святого Михаила. Но в случае, если монарх хотел возвысить кого-то из своих приближенных награждением ордена Святого Духа, что происходило? Он накануне вручения ордена Святого Духа возводил человека в достоинство кавалера ордена Святого Михаила, а на следующий день и Святого Духа. В связи с этим связана довольно забавная такая мешанина, связанная с переводом романов Дюма на русский язык. Если вы помните, Атос был кавалером, ну, просто всех каких можно высших орденов, в том числе тех трех высших, о которых я говорил. А именно орден подвязки, которым он наградил якобы Карл I незадолго до своего пленения, что, конечно, чистое надувательство, потому что, ну, в общем, рядовой дворянин, тем более иностранец, награжден таким орденом быть не может. Кроме того, существуют, естественно, все списки кавалеров, начиная с его учреждения. И надо сказать, что сейчас их 1002 человека за всю историю, и тысячным был второй наследник британского престола, герцог Кембриджский теперь, после своей женитьбы. И, конечно, история с награждением Атоса была абсолютно нереальной. Но, тем не менее, он был награжден, а впоследствии он также получил орден Золотого Руна и орден Святого Духа. В связи с этим было удивление
кардиналом Мазарини, когда он увидел Атоса в знаках всех этих орденов, и он прокомментировал это тем, что такое можно увидеть только на короле или на актере в театре. Что действительно правда. Но, тем не менее, в какой-то момент Д'Артаньян, апеллируя вот к этой ситуации, сказал молодому Людовику XIV, что все его друзья уже являются, имею в виду Атоса, кавалерами высших орденов, и он тоже хотел бы стать кавалером королевских орденов. В результате чего, в конце концов, получил орден Святого Духа. И вот эта вот забавная история, когда говорят о королевстве орденов во множественном числе, а при этом вроде бы получает он один орден. На самом деле, повторяю, при получении ордена Святого Духа человек автоматически становился также кавалером ордена Святого Михаила, если он таким до этого не был. Тем самым Д'Артаньян имел по меньшей мере два ордена, и Святого Михаила, и ордена Святого Духа. Ну, надо сказать, что в последний день своей жизни он стал еще и маршалом Франции, но это уже другой вопрос. Итак, в Европе появилось множество выдающихся орденов, и уже Петр Великий, когда находился с Великим посольством в Западной Европе, обратил внимание на то, что для многих европейских дворян обладание орденом, членство в ордене, намного более престижно, чем получение титула и тем более денег и земель. Его это очень сильно удивило, озаботило, и в связи с этим в России впоследствии появилась наградная система европейского типа. Вернемся немножко назад и поймем, что представлял себя королевский орден в среднем Средневековье. Орден, в силу того, что они были наследниками, повторяю, духовно-рыцарских орденов, имел, как правило, серьезную иерархию, и членство в нем было связано с некоторыми обетами. Например, членство в ордене Золотого Руна автоматически подразумевало в себе, что суверен ордена являлся беспрекословным руководителем члена ордена. Что, в свою очередь, говорило о том, что в случае, если человек, не являющийся подданным сюзерена ордена Золотого Руна, становится таким кавалером, то он должен выполнять приказания не своего монарха, а сюзерена ордена Золотого Руна. В связи с чем, например, французские монархи крайне отрицательно относились к принятию их подданных в орден Золотого Руна. С этим были многочисленные скандалы. Иерархия ордена представляла собой довольно сложную систему, в зависимости от, конечно, страновых традиций. Но, тем не менее, базово она представляла себя следующее. Во-первых, был, собственно, сюзерен ордена. Иногда он был также гроссмейстером ордена, как правило. Но в некоторых случаях эту функцию он передавал кому-то из кавалеров ордена. Далее шла, собственно, такая основная единица. Это кавалер ордена. И, как правило, их членство, повторяю, их количество было ограничено. Для ордена подвязки 24 кавалерами, а для ордена чертополоха, например, то есть высшего ордена для шотландцев, который якобы был учрежден то ли в 12 веке, то ли в 13, то ли в 14, ну а фактически, конечно, уже в начале 18-го. И более того, когда Петр учреждал у нас орден Андрея Первозванного, он ссылался на то, что существовал древний шотландский орден Святого Андрея, а надо сказать, что святой апостол Андрей является покровителем и России, и Шотландии. И он как бы возрождает в каком-то смысле вот этот орден Святого Андрея. Это надо бы сказать, что официально эта позиция не была принята в качестве публичного акта, но тем не менее в черновике его статута об этом говорилось. Петр не успел учредить статут ордена Андрея Первозванного, и он был в результате официально принят только императором Павлом почти через 100 лет после этого. Так вот, кавалеров ордена Чертополоха могло быть не больше 12. И только лишь недавно это количество было увеличено до 16. И, повторяю, сейчас еще члены королевской семьи могут быть экстра-членами. За все время существования ордена Чертополоха только 3 человека иностранцев были его членами. Некоторые ордена, повторяю, довольно быстро вышли из-под этого вот количественного ограничения, но, тем не менее, в целом оно, как правило, соблюдалось. В России оно не соблюдалось никогда, хотя формально при учреждении ордена Андрея Первозванного был установлен, так сказать, комплект количества кавалеров, но, повторяю, никогда об этом никто не вспоминал. Помимо, собственно, сюзерена и членов ордена, а также иногда гроссмейстера, отличного от, собственно, сюзерена, но являвшегося, тем не менее, фактически главой ордена, подчиненным непосредственно королю. Также в ордене, как правило, были свои официалы.
Официалами ордена назывались некоторые высшие его служители, такие как капеллан ордена, как правило, назначался в случае, если это один из высших орденов, из епископов, архиепископов или даже кардиналов, в случае, если были католические страны. Секретарь ордена или регистратор, или какие-то слова, которые можно произносить как писарь, переводить как писарь. В общем, человек, который следил за, собственно, регистрационными книгами и того, чтобы, не дай бог, никто не нарушал регламенты ордена, и чтобы не было слишком большого их количества превышающего установленного и так далее. И некоторые другие, в зависимости от, повторяю, страновой, некоторые другие официалы, в зависимости от страновой традиции или от установления конкретного королевского ордена. Понятно, что с течением времени честь принадлежности к ордену, учитывая именно небольшое количество этих членов в каждом из орденов, остается очень большой честью. И иногда, когда, ну, в общем, не слишком титулованный, иногда просто не титулованный дворянин в Англии становился кавалером ордена подвески, он получал первенство перед даже обладателями вот этих высших титулов. И самой большой честью, которую мог оказать король, считалось принятие в орден подвески. В результате этого понятно, что членам ордена захотелось каким-то образом выделять себя. Подвеску на ноге, в общем, можно не заметить. Поэтому появился знак ордена. И знаком ордена подвески послужил такой овальной формы медальон с изображением покровителя Англии, святого Георгия, каковой стал покровителем также самого ордена. А при Генрихе VII было введено еще одно очень важное отличие – орденская цепь. Более того, у каждого из орденов довольно быстро в качестве наследия духовно-рыцарских орденов появились специальные одежды. Вот здесь я понимаю, что вам не очень видно, но тем не менее, потом можно будет подойти и посмотреть. Вот эта картинка с изображением орденских одежд четырех довольно известных орденов. Это, конечно, намного более поздняя картинка, это 18 век, но тем не менее орденские одежды существуют по сию пору и в дни орденских праздников, посвященных, как правило, покровителю ордена, святому покровителю ордена, кавалеры этих орденов, в особенности, если они учреждены царствующим монархом, в таких одеждах собираются на свой орденский праздник. Такие же одежды были, соответственно, и у кавалеров русских орденов, и это особенно приятно. Как бы то ни было, после того, как была учреждена цепь, появились и следующие дальнейшие шаги по, так сказать, украшательству, как сказали бы у нас в годы борьбы с западными влияниями после войны. На цепь стали вешать другой знак. Это был знак в виде, собственно, статуэтки святого Георгия на коне, поражающего дракона. И тогда эти знаки стали различать. Тот знак, который вешался на цепь, вот такой большую статуэтку, он стал называться Great George, великий Георгий. А тот, который по-прежнему при определенных обстоятельствах носился на ленте, сначала на шейной, стал называться Lesser George. Впоследствии появилась также и звезда ордена. Для ордена подвязки это восьмиконечная звезда, которая носилась на левой стороне груди, и чересплечная лента. Надо сказать, что у разных орденов по-разному носится чересплечная лента, у каких-то через правую плечо, у каких-то через левое. У ордена подвязки эта лента носится через левое плечо, и, соответственно, в этой ситуации знак ордена перемещается на бедро. И такая традиция, в общем, распространилась довольно быстро на всю Европу, и в том числе и на Россию. И тем самым, как правило, у любого высшего ордена той или иной страны знаки были такими. Цепь ордена с соответствующим знаком. Иногда, как в случае ордена подвязки, был отдельный знак для ношения на цепи, иногда отдельный знак на ленте, иногда эти знаки совпадали, они были одинаковые. Как, например, в России для ордена Андрея Первозванного. Чересплечная лента, которая носилась, повторяю, через левое и через правое плечо, и в этой ситуации знак оказывался носимым на бедре. И звезда ордена, которая могла, в зависимости от тех правил, которые устанавливал монарх, учреждавший орден, носиться на левой или на правой стороне груди.
И, наконец, последнее, как правило, эта одежда носилась не столь часто, это, собственно, вот, вот орденские одежды, которые, ну, как правило, носились только в дни орденских праздников в силу своей, как правило, архаичности. Тем не менее, орденская система, помимо, собственно, официалов, существовала в виде некоторых других институций, например, в виде того, что, как правило, кавалеры ордена должны были при вступлении в него заплатить деньги в орденский капитал. На деньги этого капитала строился, как правило, храм, который становился орденской церковью и орденским собором, а также должно было осуществляться какое-то благотворительное дело. Презрение ли увечных воинов или того, что сейчас принято называть ветеранами, или еще какое-нибудь, что-нибудь связанное, например, с обучением сирот, или, как тогда это называлось, недостаточных учеников. Но как бы то ни было, как правило, орденские объединения занимались в том числе и благотворительностью. Это тоже одно из наследий, собственно, в духовно-рыцарских орденов. И такая структура, как правило, сохранилась в тех орденах, которые сохранились по сию пору в тех странах, где монархия не отменена. Как правило, все это соблюдается. То же самое было, повторяю, в России. Конечно, наиболее такой классической орденской системой и наградной системой в целом является наградная система Великобритании, ну, в силу того, что, например, что она больше 650 лет существует непрерывно и развивается. Более того, перед ней становились практически все виды задач, которые становились перед другими орденскими системами в связи, например, с завоеванием половины мира и наличием абсолютно разных государств в составе Британской империи. Разных по национальности, по культуре и, конечно, по вероисповеданию. В связи с этим возникали странные вопросы. А что делать, например, с мусульманами или индусами? Их чем награждать? Ведь ордена эти имели явно христианское происхождение. А можно ли награждать иудеев, которые жили в тех странах, в которых эти ордена были распространены? А что делать с людьми, которые не имели дворянского звания? Потому что членство в ордене, как правило, подразумевало как минимум 3, 4 или даже 6 поколений благородных предков. Что с этим было делать? И ответы на эти вопросы появились. Со временем, помимо, собственно, принадлежности к ордену в виде чести для представителей высшей аристократии, появились и идеи принимать в орден людей за какие-то выдающиеся поступки. Ну, в первую очередь, конечно, храбрость на поле брани должна была быть каким-то образом отмечена. И тут было несколько путей, каким образом правящие монархи решали эту задачу. Иногда существующие ордена расширялись для приема менее титулованных членов, и тогда, как правило, они теряли свою значимость, когда количество их членов становилось слишком большим. Иногда были учреждены другие знаки отличия, а потом, собственно, и другие ордена, не вводящие их кавалеров в такую вот высшую государственную иерархию. Но, тем не менее, мы немножко об этом поговорим. Эти задачи, по мере расширения и усложнения государственной жизни, становившиеся все более и более распространенными, так или иначе наградными системами решались. Каким образом происходило это в классической стране для наградных систем в Великобритании? Ну, сначала был учрежден второй орден, орден Бани. С ним тоже связана, конечно, забавная история. Надо сказать, что в старые времена его название переводилось на русский язык как орден мыльни. Баня – это как баня, где моются. Почему? Потому что якобы 12 замечательных рыцарей решили учредить новую орденскую организацию, пришли к королю, он в это время мылся. Мылся в бане, ну или там в воде какой-то. Они попросили его принятие, так сказать, сюзеренитета над таким орденом. Он, естественно, согласился. И якобы после этого орден был учрежден. Тем не менее, надо сказать, что до начала 19 века кавалеры ордена Бани при вступлении в орден должны были действительно пройти процедуру омовения в бане с уже ранее принятыми в орден кавалерами. И это, конечно, означало не только чистоту тела, но и чистоту, в первую очередь, души. И это была, конечно, сакральная процедура.
Но, тем не менее, столь же красивые, иногда романтические истории были связаны с учреждением других орденов. В Европе, если кто-то захочет, можем поэтому более подробно об этом поговорить. После того, как Великобритания сначала стала Великобританией, потому что сначала это, конечно, было королевство Англии, отдельно Шотландия, отдельно Ирландия, причем, надо сказать, что до Генриха VIII не было даже короля Ирландии, это называлось лорд Ирландии. По мере увеличения государства, его объединения в связи с сначала личной унией, а потом объединением в единое королевство Англии и Шотландии, понадобились, естественно, новые ордена. Ну, сначала для шотландцев, и был учрежден орден Чертополоха, как я уже говорил раньше, а потом для ирландцев, и тогда был учрежден орден, естественно, Святого Патрика. А потом для людей, которые много поработали в колониях. И тогда был учрежден сначала для тех, кто работал на Мальте, орден святых Михаила и Георгия. И потом, наконец, произошла удивительная история. Была провозглашена Индийская империя. И королева Виктория была провозглашена императрицей Индии. И вот здесь наградная система Соединенного Королевства приобрела наибольший размах из всех, наверное, существовавших европейских наградных систем, потому что, помимо всего прочего, вопросы, которые стали перед монархией при награждении новых подданных, были очень разнообразными. Ну, повторяю, во-первых, новые подданные были совершенно разных вероисповеданий. Это были индусы, это были мусульмане, да много, бог знает кто еще, зороастрийцы, например. А во-вторых, у них было очень много разных рангов. Были раджи, были магараджи, были просто какие-то серьезные войны, которые в том числе вступали в, собственно, индийские войска в рамках британских войск, находившихся в Британской Индии, сипаи. В общем, короче говоря, много стало вопросов. И тогда была придумана удивительно стройная, интересная система. Причем самое смешное то, что, ну, смешное с современной точки зрения, странное, во всяком случае, то, что существовавшая до этого система наград Ост-Индской компании, которая до этого осуществляла управление Индией, была в значительной степени переведена в разряд государственных. И появились некоторые награды, настолько серьезные, в том числе награды за мужество на поле боя, что при учреждении самого известного боевого такого награждения креста Виктории, например, первая степень ордена за заслуги в Индии была приравнена к кресту Виктории, некоторые кавалеры были просто, у них были заменены знаки на крест Виктории. Так вот, Ост-Индская компания, как правило, конечно, награждала за боевые подвиги. И у них было много медалей, у них было много того, что они называли орденами. Но, тем не менее, конечно, это не было королевскими орденами, это не были государственные институции. Со временем эти ордена стали королевскими и были учреждены новые. Например, самым главным орденом для индийцев, причем, повторяю, к индийцам относились ведь все жители Британской Индии, соответственно, и мусульмане, и индусы, и все другие представители индийских народов. Самым главным орденом был орден Звезды Индии. Его изображение было помещено в герб Индийской империи, и он был наиболее, так сказать, желанным для индийских подданных Ее Величества, королевы Виктории тогда еще. Как правило, таким орденом выше его степенью могли награждаться и магараджи, и вице-короли Индии, губернаторы пяти крупнейших подразделений вот этой Британской Индии. Следующим по значимости был орден Британской, собственно, Индийской империи, прошу прощения. И тот, и другой орден обладали очень красивыми цепями. Во втором из них были такие красивые слоны. Некоторые из этих орденов изображены на картинках, которые сзади меня. Я понимаю, что вам их не очень видно, но я вам покажу более подробно. Там представлены орденские системы пяти европейских империй. Так вот,
потихоньку вот эта вот британская система наград смогла отвечать на все вопросы, которые становились перед наградной системой, для того, чтобы связывать подданных британской короны с монархом и со страной. Повторяю, это были ордена для индийцев, это были ордена для англичан, которые служили как в Индии, так и в других странах. Они могли награждаться и вот этими орденами, казалось бы, чисто индийского происхождения, звезды Индии, британской Индии, Индийской империи и так далее, так и обычными орденами Бани, например, которые, конечно, в свое время с необходимостью, в первую очередь в ходе наполеоновских войн, расширения категории награжденных, были разделены на степени. Например, орден Бани получил 3 степени, это было как раз в рамках наполеоновских войн. Были учреждены другие ордена, ордена, скажем, вот орден святых Михаила и Георгия, который был учрежден в 1818 году, он также получил сразу 3 степени при учреждении. Орден, вот индийские ордена имели, как правило, 3 степени, а учрежденный уже намного позже, уже в начале 20 века, орден Британской империи, как один из самых младших, он имел 5 степеней. Тем не менее, членство в этом ордене, в любом из британских королевских орденов, в зависимости от ранга награждения, давало награжденному некоторые привилегии. Например, по-прежнему кавалер ордена подвязки, орден подвязки всегда имел только 1 степень, в первую очередь он назывался рыцарь подвязки, он, естественно, был рыцарем. А надо сказать, что в британской наградной системе, системе почестей, это, повторяю, единая система, есть пэры, о которых мы говорили, 5 категорий, после этого баронеты, а после этого шли рыцари-бакалавры. То, что в России обычно переводилось, собственно, как просто рыцарь, без принадлежности к ордену. Так вот, кавалеры, в зависимости от самого ордена, либо 3-й степени, либо 2-й степени, более младших орденов, чем орден подвязка, получали также и ранг рыцаря. Например, сейчас, в силу того, что дама, естественно, не может быть рыцарем, сейчас, когда кого-то награждают званием рыцаря, а кого-то награждают, скажем, даму надо наградить такой же степенью почести, ей дают 2-ю степень ордена Британской империи. И она получает ранг, равный рыцарю, но ее в этом случае называют дама. В отличие от жены рыцаря, которая называется просто леди, она в этом случае не награждена никем. Но она имеет титулование леди в силу того, что она жена рыцаря. А вот если женщина награждена, дама, леди, награждена такого рода наградой, она называется дама. Но это только, повторяю, со 2-й степени из 5. Были другие серьезные вопросы, повторяю, связанные с наградными системами. Это награждение не лиц недворянского происхождения. И в связи с этим появились идеи награждения сначала медалями. Надо сказать, что вот здесь я обещал в анонсе к нашей лекции говорить о том, что наградные системы разных стран взаимовлияли друг на друга. И вот здесь фактически крупнейшим таким изобретением русской наградной системы было массовое награждение нагрудными медалями за те или иные сражения. И это придумал Петр. Довольно быстро. Сначала в Священной Римской империи, там были похожие награждения немножко до Петра, но тем не менее массовые такие награждения, повторяю, сначала перешли в Священную Римскую империю, потом распространились по Европе в целом, в первую очередь, конечно, в ходе наполеоновских войн, то есть на 100 лет позже, чем в России. Надо сказать, что вообще первая награда за выигранную кампанию была награда за Отечественную войну 1812 года в России. До этого медали были только за те или иные битвы. Потом появились кресты. Кресты – это знаки, которые носились так же, как правило, то, что называлось петлицы. Ну, в петлице, понятно, потому что был мундир с большим разрезом для больших пуговиц. И вначале вот эти вот орденские знаки, как правило, в виде креста, на ленте вдевались в петлицу. И поэтому и до сих пор сохранился, уже никто не помнит, что такое петлица, но тем не менее до сих пор вот эти знаки, которые носятся на пятиугольных колодках, например, у нас, они называются ордена в петлицу. Так вот… Как правило, сейчас это младшая степень орденов, или в случае, если ордена сами по себе являются младшими в наградных системах, то это, собственно, единственные знаки. Так вот, просто кресты, которые давались за участие или за отличие в той или иной битве, как правило, носились вот таким петличным образом. В России были знаменитые кресты времен, что называется, Очакова покорения Крыма, за взятие Измаила, скажем. А также, повторяю, появились медали, которыми награждались, в том числе и младшие чины. То есть люди, которые вообще ни о каком дворянстве или даже офицерстве не могли думать. Более того, как правило, собственно, забритые из
крепостных крестьян. Чуть-чуть позже появились награды специально для нижних чинов, которыми офицеры не могли быть награждены. И в России, конечно, сначала появился знак отличия ордена Святой Анны. Это выглядело как медаль, на котором изображен был вот Красный Крест ордена Святой Анны. И, наконец, в 1807 году самая знаменитая награда для нижних чинов – это был знак отличия военного ордена. Того, что сейчас в просторечии принято называть Георгиевским крестом. Между тем, Георгиевским крестом он назывался всего 4 года своего существования, потому что официально он стал так называться только в 1913 году. А до этого больше 100 лет он назывался знаком отличия военного ордена. И первые почти 50 лет своего существования он был одностепенным. Это означает, что человек, один раз награжденным таким знаком, второй раз получить его не мог. Но при этом, как правило, и в России, и в других странах, человек, который награжден был таким важным знаком отличия, получал серьезнейшие привилегии. Например, его нельзя было подвергать телесным наказаниям, что, конечно, во времена наполеоновских войн, да и 50 лет после этого, было важнейшим преимуществом любого солдата в армии. Потому что, конечно, серьезным дисциплинарным воздействием, как известно, была порка во всех армиях мира. Процесс вот этой вот демократизации вот такой наградных систем более-менее шел параллельно в разных странах. И наиболее ярко он, конечно, проявился в революционной Франции. Наполеон, будучи первым консулом, предложил взамен, естественно, отмененный после казни Людовика XVI королевской наградной системы, которая была к тому времени, повторяю, достаточно уже широкой и возглавлялась орденом Святого Духа. Повторяю, он после 12 лет отсутствия наградной, каких бы то ни было наград в революционной Франции, он предложил возродить орденскую систему и учредить орден почетного легиона. И вот здесь ситуация довольно забавная. Потому что он, как первый консул, как глава исполнительной власти, предложил законопроект на рассмотрение национального собрания. И там разразились дебаты. Потому что орденская система однозначно в умах людей того времени была связана с монархией. Но во Франции была республика. Каким образом можно было восстанавливать монархический атрибут? Более того, американцы, которые незадолго до этого также отделились от англичан и учредили у себя республику, они же отказались от орденской системы в целом. До сих пор в Америке никаких орденов нету. Очень недолгое время считал орден Цинцинната для награждения иностранцев, участвовавших в войне за независимость. И сейчас существует орден Легиона Чести, который, однако, при награждении американцев является медалью. И они могут награждаться только низшей его степенью, а иностранцы более высокими. Так вот, республиканцы удивились и стали задавать Наполеону неприятные вопросы, тогда еще, собственно, первому консулу Наполеону Бонапарту. И, в частности, был знаменитый вопрос, связанный с этой историей. Неужто он думает, он, первый консул Бонапарт, неужто он думает, что люди за какой-то будут хотеть быть награждены каким-то куском металла? На что Наполеон ответил самой знаменитой фразой своего такого предимператорского правления. Он ответил: люди будут умирать за этот кусок металла. И надо сказать, что вот уже 200 лет огромное количество людей действительно готовы умереть за то, чтобы быть награжденным этим удивительным, интереснейшим знаком. В начале, очень недолгое время, орден почетного легиона был четырехстепенным, потом сразу практически стал пятистепенным. И так как в течение самого короткого времени после учреждения ордена почетного легиона во Франции воцарилась империя, то, конечно, этот знак стал отождествляться и с самим Наполеоном, и с империей, и с государством. И он за всего 10 лет существования стал настолько почитаемым, что даже бурбоны, когда возвратились к власти во время реставрации, не стали его отменять. Они, конечно же, возвратили свою старую систему, и орден Святого Духа стал более высоким орденом, чем орденом почетного легиона, даже первой степени. Но, тем не менее, орден почетного легиона долгое время оставался в системе бурбонской сначала, наградной системы, а впоследствии, уже при июльской монархии,
Луи Филипп, несмотря на то, что он был потомком основателя Ордена Святого Духа, прошу прощения, не потомком, а членом династии, он отменил этот орден, и Орден Почетного Легиона опять стал высшим орденом Франции, каковым является до сих пор. Так вот, Орден Почетного Легиона чем был замечателен? Награждение им и вступление в орден, тем самым, а орден по-прежнему имел орденскую вот эту вот организационную систему, не предусматривал наличие, например, дворянства у кавалеров. И в этом смысле он был самой демократичной наградой в тогдашней Европе. Прошло буквально 3 года, и в России, повторяю, в особенности в связи с большим количеством выдающихся актов храбрости на поле боев с наполеоновской армией, тоже появился знак для нижних чинов, которым никогда не награждались до, во всяком случае, 1917 года, никогда не награждались офицеры, знак отличия Святого Ордена, знак отличия военного ордена. Тут уже ситуация перебросилась и на следующих наших, то союзников, то врагов наполеоновской коалиции, по наполеоновским коалициям, англичан. А что же с ними? Они воевали с французами постоянно, и огромное количество и офицеров, и солдат хотели быть чем-то награжденными, и, в общем, имели на это полное право. И тут появились награды, которые не были ни медалями, но не были орденами. Это кресты, повторяю. В британской наградной системе появился исключительно почитаемый крест, который назывался Gold Army Cross, золотой армейский крест. Что он из себя представлял? Когда тот или иной человек принимал участие в одной из выдающихся битв и проявил в ней особенную храбрость, он получал специальную Gold Army Medal, то есть золотую медаль, на которой было написано, естественно, в обрамлении дубовых ветвей, название этой битвы. В случае, если он... Причем королем или тогда регентом, принцем-регентом утверждался специальный список этих битв, наиболее выдающихся. И только за участие в них можно было получить такую медаль. В случае, если человек участвовал и проявил храбрость во второй из таких битв, он получал специальную планку на ленту. А в случае, если в третьей, еще одну. И так до 4 битв, то есть 3 планок на одной медали. А вот если он принимал уже участие в 4 таких битвах, он получал вот этот Gold Army Cross. И это была такая высокая награда, что всего 163 человека смогли ее заслужить. А надо понимать, что войны были серьезные. И она вручалась долго на протяжении десятилетий. Надо сказать, что, конечно, герцог Веллингтон был чемпионом по количеству этих планок. У него на кресте было 9 таких планок, 2 человека имело 8. Но как бы то ни было, это был, повторяю, это был такой пробный шар в английской наградной системе, награды вне системы рыцарских орденов. Наполеоновские войны породили еще одну очень знаменитую награду, и тоже в связи с, конечно, влиянием Ордена Почетного Легиона, она была оказалась очень демократичной, и она оказалась очень стойкой в смысле существования в веках. Это Железный Крест. Это прусская военная награда. Она была учреждена в 1813 году в 3 степенях. Вторая степень носилась в петлице, первая степень носилась без ленты, просто приколотой к левой стороне груди, а Большой Крест носился на шее. Надо сказать, что эта награда была настолько чтимой, что учреждавшие и впоследствии ведавшие им прусские монархи очень сильно старались всегда ограничить количество награждений. В результате появилась интереснейшая система, которую я очень хочу рассказать. Это система наследования наград. Что это означает? На полк выделялось какое-то количество железных крестов. Отдельно на офицеров и отдельно на нижних чинов. Дальше, в зависимости от проявленной храбрости, те или иные солдаты или унтер-офицеры, выражаясь русским языком, или, соответственно, собственно, офицеры, награждались этими крестами. И дальше с солдатами происходило следующее. На солдат не хватало этих крестов. Но награждать же их было надо. И они вписывались в специальный список, грубо говоря, лист ожидания. И когда кто-то из тех, кто был награжден и имел этот крест, погибал или умирал от старости, его крест возвращался в полк. И этот полк выдавал своему следующему солдату, который оказался в этом списке, этот крест. В результате некоторые из людей, которые фактически были награждены этими крестами во время наполеоновских войн, получили его по прошествии 30 лет. Некоторые, конечно, вообще не дожили до этого. Тем не менее,
возможно, именно в связи с тем, что было вот такое искусственное ограничение не просто награждений, а даже просто вручения самих знаков, эта награда почиталась исключительно высокой. После войны за независимость, как она тогда называлась в Германии, прусские железные кресты перестали выдавать, за исключением тех, которые, повторяю, вот так вот по наследованию передавались. Но в 1870 году, когда произошла знаменитая франко-прусская война, и результатом которой было, собственно, объединение германских государств, не потерявших, кстати, суверенитет при этом, в Германскую империю, этот орден был опять возрожден. И с некоторыми изменениями в знаках, например, вместо даты 1813 появилась дата 1870, естественно, поменялась монограмма короля. Но удивительно то, что реучредил этот знаменитый орден человек, который в 1870 году был кавалером того еще старого ордена. Это был Вильгельм I, который, надо сказать, в довольно молодом возрасте под, так сказать, руководством своего отца, основателя Железного креста, служил в армии и получил крест второй степени. Напоминаю, что помимо первой и второй степени этого ордена, которым, в общем, могли быть награждены и солдаты, и офицеры, был еще большой крест, или иногда его переносят как Великий крест Железного креста. И надо сказать, что за все наполеоновские войны были награждены всего 7 человек. А первый из них, знаменитый фельдмаршал Блюхер, был также награжден и еще одним очень интересным знаком отличия, как писал ему Фридрих Вильгельм в своем рескрипте: «Я награждаю вас золотыми лучами к ордену Железного креста». Это была такая звезда на золоте, обычно золотая восьмиконечная звезда, орденская, в общем, более-менее стандартная, на которую сверху, на самом деле, для, что касается самого Блюхера, то она была позаимствована у ордена Красного Орла, второго по значению прусского ордена, ну так ее надо было как-то изготавливать, а тут как раз появилась. Ее быстро вызолотили, сняли медальон от ордена Красного Орла и привинтили к нему знак Железного креста первой степени и прислали Блюхеру. Эта награда была единственной такой, и в связи с этим она даже получила собственное название – звезда Блюхера, Блюхенштерн. Ее судьба очень интересна. Блюхер довольно быстро умер в 19 году, а в 26 году, то есть буквально через 13 лет после, прошу прощения, через 8 лет после, в 15 году это было, значит, его наградили после Ватерлоо, через 8 лет после, через 11 лет, прошу прощения, с 15 по 26, через 11 лет после награждения, через 7 лет после его смерти, все его ордена сгорели. И тогда для его семьи была изготовлена были изготовлены копии его наград, которые хранились в семье. И довольно быстро семья передала их в Берлинский арсенал, или как он более правильно называется по-русски, Цейгаус. И самое интересное, что там они соединились с еще одной очень интересной группой наград. Это награды Наполеона. Дело в том, что Блюхер во время битвы при Ватерлоо сумел взять в плен обоз Наполеона. И в одной из его карет оказались, собственно, наградные знаки, которые имел Наполеон, в том числе, например, русские, орден Андрея Первозванного, орден Александра Невского и другие. Ну уж, конечно, других стран, в том числе, например, Золотого Руна, Баварский орден Святого Губерта и так далее. И что сделал Блюхер с этими орденами? Он, естественно, передал их в тот же самый Цейгаус, где впоследствии оказались его награды, ну, повторяю, копийные, конечно. А что произошло с Цейгаузом? А в 1945 году Красная Армия вошла в Берлин. И значительная часть собрания Цейгауза была официально оформлена в качестве репараций. В результате и награда Блюхера, и награда Наполеона сейчас находятся в бывшем здании музея Ленина, являющемся сейчас музеем Отечественной войны 1812 года в составе исторического музея. Они все находятся фактически на Красной площади. И мне кажется, что для русского сердца, для российского, для россиянина это особенно приятно. Там еще много других интересных наград. Вообще, я очень советую посетить этот музей. На мой взгляд, это один из самых интересных вообще музейных проектов последних десятилетий в России. Во-первых, очень современное и интересное музейное пространство. А во-вторых, конечно, феноменальное собрание, которое там представлено. Вернемся немножко назад.
мы немножко поговорили о том, каким образом развивались наградные системы в Европе. Конечно, нас больше всего интересует российская наградная система. Надо сказать, что еще до реформ Петра, конечно же, в России были свои традиции награждения. Некоторые из них мы хорошо знаем, они на слуху. Это и шубы с царского плеча, и золотые гривны, которые еще во времена Киевской Руси фактически служили наградными предметами. Конечно же, пожалования и крепостными, и землями, и много чем другим, оружием. Но, тем не менее, даже уже в XVII веке появились очень похожие на европейские награды. В историческом музее хранится знаменитая чепь, как тогда говорили, то есть цепь, которую царевна Софья пожаловала своему фавориту Василию Голицыну за крымский поход. Надо сказать, что этот крымский поход не очень удачный принес нам, например, Киев, который впоследствии до самого недавнего времени входил в состав российского государства, как бы оно ни называлось. И это что-то очень уже похожее на, повторяю, европейскую награду. Это цепь с большой массивной такой медалью, медальоном. И такими цепями награждался не только, собственно, Голицын, но и некоторые другие, например, какие-то казацкие атаманы, да и, собственно, люди, которые служили в регулярной русской армии. Но, конечно, моментом образования наградной системы европейского вида это, конечно, учреждение ордена Святого Андрея Первозванного. После того, как Петр побывал в Западной Европе, увидел, повторяю, что для многих европейцев награждение орденом является намного более желанным, чем денежные пожалования или даже титулование, он принял решение о введении в России своего ордена. И, естественно, назвал его в честь небесного покровителя России святого апостола Андрея Первозванного. В 1698 году было проведено первое награждение этим орденом, причем самое удивительное то, что, повторяю, собственно, учреждение, факт учреждения ордена при этом не последовало. Просто по факту стали награждать. Только через 16 лет Петр озаботился созданием, собственно, документа о учреждении ордена. К тому времени он сам уже стал его кавалером, а не вместе с Меншиковым за знаменитое взятие двух шведских кораблей в устье Невы, стали пятым и шестым кавалером этого ордена. До этого Петр сам себя не награждал. Кстати, вторым кавалером, интересно, был Мазепа. И с этим связана тоже очень такая смешная история, о которой, может быть, мы поговорим во второй части. Так вот, Петр не успел в результате, вот этот вот документ, о котором я говорил, не успел его официально утвердить. Для того, чтобы составить грамотный статут ордена, положение о нем, он повелел сделать переводы на русский язык двух статутов – ордена Слона Датского и ордена Черного Орла, высшего прусского ордена. И в том документе, который сам Петр составлял, причем он составлял его лично, есть прямые заимствования из двух этих переводов, есть некоторые элементы, связанные с орденом подвязки, есть некоторые вообще масонские элементы, но есть очень много абсолютно своего, так сказать, родного. И, повторяю, только лишь в 1797 году его потомок, Павел I, смог институцировать нормально полную наградную систему и, надо сказать, ввел всех существовавших тогда российские ордена в единый российский государственный орден, правда, в разных, так сказать, своих ипостасях. Петр успел основать два российских ордена, собственно, орден Святого Андрея Первозванного и после знаменитой истории с прусским походом, когда Екатерина, тогда, кстати, не бывшая даже его женой, сняла с себя все драгоценности, и Шафиров смог подкупить турецкого визиря, и в результате русская армия со знаменами и оружием смогла выйти из абсолютно безнадежного окружения. Петр в этой ситуации учредил на следующий год орден Святой Екатерины. И это произошло ровно 200 лет назад, в 1713 году, 30 лет назад, прошу прощения, в 1713 году, и в результате, накануне этого события, этот орден был реучрежден в прошлом году как российская государственная награда. То же самое, кстати, произошло и с орденом Андрея Первозванного, который в год своего 300-летия был опять возрожден в качестве высшей российской государственной награды, и с некоторыми другими орденами имперских времен. Петр хотел учредить еще один орден для мужчин, потому что орден Святой Екатерины мог бы даваться только женщинам.
за одним единственным, за, прошу прощения, двумя исключениями за всю историю. Ну, одним бесспорным, а одним историки, так сказать, спорят, все-таки было это награждение или нет. Так вот, Петр хотел придумать еще один орден и даже придумал для него название. И так как он, собственно, фактически установил в России культ Александра Невского, связанный, естественно, с Невой, как с местом расположения новой столицы, он захотел учредить орден Александра Невского, но не успел этого сделать. И в результате этот орден был учрежден только его вдовой, ставшей самодержавным монархом, Екатериной I. Орден был довольно высокий, и, как правило, награждались только генералы, только лишь в момент коронации там было два или три бригадира. А впоследствии в России появились и другие ордена. У нас довольно мало времени, поэтому я немножко буду сокращать, так сказать, то, о чем я хотел рассказать. Наиболее серьезный вклад в российскую наградную систему внесла Екатерина Великая. И это было, конечно, связано с учреждением в первую очередь в 1769 году знаменитого высшего военного русского ордена, ордена Святого Георгия. Он был учрежден сразу в четырех классах. Причем интересно то, что четвертый класс вручался не только за храбрость, проявленную на поле боя, но и за выслугу лет. За 25 лет в обер-офицерских чинах. Обер-офицер – то, что по-нашему называется младший офицер, а штаб-офицер – то, что называется старший офицер. Либо за 18 кампаний, проведенных на флоте. Третья, четвертая и первая степень, третья, прошу, вторая и первая степени вручались уже только, собственно, за храбрость и за выдающиеся полководческие отличия. И надо сказать, что первая степень вручалась за всю историю существования ордена только 25 раз. А все четыре степени ордена смогли получить только четыре человека. Первым из них был Кутузов. Они все, кстати, участники Отечественной войны 1812 года. Первым из них был Кутузов. Он получил первую степень, собственно, за изгнание французов из пределов Отечества и умер через три месяца после получения. Поэтому все вот эти знаменитые его парадные портреты с лентой Святого Георгия первой степени, это, конечно, некоторая фантазийная история. После него следующим кавалером всех четырех степеней стал Барклай де Толли, а потом еще два человека, которые, повторяю, участвовали в Отечественной войне, это Дибич и Паскевич. Все они были четыре фельдмаршала, все четверо они были фельдмаршалами, и, собственно, на этом вот эта вот история закрывается. Только четыре человека получили четыре степени. Орден был настолько высоким, что за всю Первую мировую войну его кавалерами стали только четыре человека. А первой степени, второй степени, а первой степени не получил никто. Второй степени за Первую мировую войну получили, естественно, великий князь Николай Николаевич, младший, как главнокомандующий, а также знаменитые генералы Николай Иванович Иванов, генералы Русский и Юденич. И всего около 70 человек получили третью степень за всю Первую мировую войну. То есть это был действительно очень, очень высокий орден. Естественно, что с наличием ордена у человека с самого начала было связано возведение его в дворянство. И Россия, как сословное государство, конечно, имела в связи с этим огромную возможность проведения государственной политики, связанную с этими награждениями. Ну, во-первых, повторяю, получение любого ордена, в начале любого, а впоследствии, конечно, все более и более высокой степени того или иного ордена в связи с большим количеством награждений и невозможностью девальвации этого звания дворянского, позволяло что хотеть людям? Сделать так, чтобы люди, поступая на службу, хотели бы получить орден. Возвращаясь к системе британских наград, основатели Британской империи Дизраэля сказал замечательную фразу, которая в России в этом смысле была прекрасно воплощена в жизнь. Он говорил так: «Дешевле дать человеку орден, чем деньги». И в России эта задача была прекрасно решена. Огромное количество людей мечтали о том, чтобы получить орден. Это, повторяю, давало им дворянство, давали другие привилегии. А в обществе для человека было исключительно важным, чем он был награжден. Понятно, что самым чтимой наградой были, конечно, георгиевские награды. Но были и другие. Орден Святого Владимира, который также был учрежден Екатериной через несколько лет после Ордена Святого Георгия, и который тоже с любой степенью всегда давал дворянство, и который тоже выпадал как бы из общей иерархии русских орденов. Например, любой из великих князей при рождении сразу получал орден Андрея Первозванного, орден Александра Невского, впоследствии также орден Святой Анны первой степени и
Господи, что-то четвертое, сейчас вспомню. Но при этом они не получали ни орденов Святого Георгия, ни орденов Святого Владимира. Это они должны были заслужить, если заслужили. Именно так, например, Александр II получил, у него был орден Святого Георгия первой степени, который он возложил на себя в день столетия ордена Святого Георгия, для того, чтобы поднять уровень этой награды. Но при этом за турецкую кампанию он получил четвертую степень. Точно так же Николай II, например, очень хотел получить четвертую степень ордена Святого Георгия, кстати, получил ее по приговору Георгиевской думы. Ну, не будем, так сказать, говорить о том, какую он храбрость проявил, так сказать, попав один раз в зону возможного немецкого огня. Но, тем не менее, он с большим удовольствием носил последние годы жизни этот единственный белый крест на петличной ленте. А до этого носил только орден Святого Владимира четвертой степени вот здесь на колодке. У русских орденов существовала четкая иерархия. Высшим орденом был Андрей Первозванный, причем начиная с времен окончания Крымской войны к орденским знакам, полученным за храбрость, добавлялось изображение мечей. Надо сказать, что эта система действует сейчас в российской наградной системе. Андрей Первозванный мог быть с мечами, мог без мечей. Он носился на цепи в особые важные дни, а так обычно на ленте, на чересплечной ленте, через правое плечо и, соответственно, у левого бедра знак и звезда. Следующий по значению был орден Владимира первой степени, Александра Невского, ну и так дальше. Была четкая совершенно иерархия, причем она вклинивалась. То есть, грубо говоря, после ордена Святой Анны второй степени можно получить Владимира четвертой степени, а после, скажем, Анны первой степени можно получить Владимира второй степени и так далее. Была абсолютно четкая иерархия, было понятно, с какого момента человек мог получить дворянство. И более того, в шести частях, так называемой, разрядной книги русского дворянства, которая велась в каждой губернии, были шесть таких разделов, один из которых назывался «Дворянство, полученное по ордену». Ну, правда, это было не из низших, но это не важно. Отдельно, повторяю, стоял орден Святого Георгия, который вообще никак не стоял в иерархии, был отдельным, абсолютно самой почитаемой наградой. И, наконец, были медали. Медаль, повторяю, сначала Петр Великий ввел их за кампании, потом при Екатерине появились кресты за взятие того или иной крепости. И, наконец, начиная с 1812 года, сначала медали за битву, а с 1812 года появились медали за кампанию. Все это создавало довольно стройную систему наград, в которой также примыкала система предоставления титулов. Понятно, что до Петра в России были только княжеские титулы, причем природные, так сказать, для потомков природных князей. А начиная с Петра появились и другие. В первую очередь, конечно, графский титул и титул барона. Надо сказать, что одно время при Петре и чуть-чуть после него графский титул даже считался более престижным, чем княжеский, в силу того, что было очевидно, что человек сам его только что получил. Но довольно быстро все стало на свои места, и княжеские титулы опять стали более важными. В какой-то момент даже эта система опять потребовала дифференциации. Если, скажем, к обычному князю, а равно к графу, обращение было «ваше сиятельство», то в какой-то момент для выделения, ну, сначала, естественно, Меншикова, а потом впоследствии других, стали давать титул специальный с титулом светлости. То есть не просто князь, а светлейший князь. И обращение к нему, в отличие от «ваше сиятельство», было «ваша светлость». Более того, впоследствии при разрастании императорской фамилии к некоторым из потомков правящих монархов должно было применяться правило, что они становились не просто великими князьями, а некоторые из них должны были становиться светлейшими князьями, а впоследствии просто князьями крови императорской. Баронский титул тоже довольно своеобразным был. Дело в том, что он никогда особо не приживался в России в качестве такого особо почетного. И, например, с середины XIX века фактически очень часто жаловался лицам, которые в третьем поколении находились в состоянии купцов первой гильдии. В связи с чем, например, некоторые еврейские коммерсанты получили этот титул, что было неким нонсенсом, конечно, для Российской империи. Следующим очень важным моментом – это, конечно, было награждение иноверцев. И в британской наградной системе, в первую очередь, и в российской, было много подданных другого вероисповедания. Что с ними было делать? В России этот вопрос был поставлен довольно рано, и уже был известен знак ордена Святого Андрея Первозванного в виде такого медальона овального, который был выдан
крымскому хану уже в времена Петра Великого. Но, тем не менее, специально институцирован он не был. А вот уже в середине XIX века появились награды, собственно, для лиц нехристианского вероисповедания, которые в своих знаках вместо изображений святых, которые, как правило, помещались в медальоны орденов, имели изображение государственного черного орла. И такими наградами обладали, конечно, мусульмане, иудеи, а в некоторых случаях иностранцы, не православные вероисповедания, например, лютеране. Хотя, в принципе, они христиане, конечно. Следующий вопрос – награждение женщин. Что делать в такой имперской нашей системе с женщинами? Ну, понятно, высшие дамы могли быть награждены орденом Святого Екатерины, но их было очень мало, и, соответственно, как правило, они ограничивались только членами императорской фамилии или женами крупнейших сановников. Тут тоже дело пошло хорошо. Были учреждены специальные наградные знаки за благотворительную деятельность. И надо сказать, что, ну, в каком смысле, потомком этого знака стал учрежденный вместе с орденом Святой Екатерины в прошлом году знак за благотворительность. Он практически выглядит как мариинский знак, и, на мой взгляд, это очень удачная идея. В 1917 году у нас произошла революция, в какой-то момент летом была провозглашена республика. А что было сделать с наградами? Шла война, надо было награждать. А наградная система не изменилась. Просто все монархические символы в виде корон были убраны с наград, и, собственно, все оставалось по-прежнему. Более того, некоторые из награжденных еще императорскими указами получали наградные знаки уже нового образца. А вот после Октябрьского переворота ситуация изменилась коренным образом. Ну, надо сказать, что еще очень забавный момент. Помните, я говорил, когда говорил о Георгиевском кресте, что в течение 100 с лишним лет знаком отличия Святого Георгия не награждались офицеры. А вот в 17 году по приговору солдатских комитетов офицеры могли награждаться знаком, ну, тогда уже Георгиевским крестом, у которого специально на ленте делали такую лавровую веточку. И это было таким признаком того, что вот солдаты, значит, наградили своего офицера Георгиевской наградой за особую храбрость. Довольно интересная, редкая награда. Понятно, что красные, естественно, старую орденскую систему отменили мгновенно, но стал вопрос, а что же делать в рамках гражданской войны со своими? И, естественно, был учрежден орден. Все пошли по проторенной дороге. Это был знаменитый орден Красного Знамени. Прошло немного времени, и те люди, которые были награждены этим орденом, совершали новые великие подвиги во имя революции. Их стали награждать повторно. И так сколько раз можно награждать? В конце концов решили, что больше 4 орденов Ордена Красного Знамени давать нельзя, и учредили почетное революционное оружие. Это была шашка или кортик, но кортика в результате так и не было выдано, с наложенным на эфес Орденом Красного Знамени. Таких шашек было выдано во время Гражданской войны 20, еще одна в Острецово во время конфликта на КВЖД, но уже с Орденом Красного Знамени СССР. Надо сказать, что некоторые из кавалеров этого знака были впоследствии невозвращенцами. И вот это вот забавная история. То есть люди, которые обладали самым высоким наградой за Гражданскую войну, просто сбежали отсюда. Среди таких кавалеров Ордена Красного Знамени и равных революционного оружия, конечно, самыми знаменитыми были, ну, кто? Те, кто стали впоследствии первыми, нашими первыми маршалами. Ну, уж среди них, конечно, выделяется маршал Буденный. Надо сказать, что на многочисленных фотографиях разных советских изданий он в том числе изображен с полной георгиевской колодкой, то есть с 4 георгиевскими крестами, 4 георгиевскими медалями. Надо сказать, что это, ну, мягко выражаясь, не совсем соответствует действительности. У него было всего 2 креста. И, скорее всего, вот эта вот история с присвоением его 2 несуществующих у него крестов была связана с пропагандой, которая была еще развернута во время Гражданской войны. Потом он, возможно, был заложником этой истории. Но, тем не менее, к концу своей жизни он был еще и 3-жды Героем Советского Союза. А также он был кавалером и вот этой шашки с наложенным Орденом Красного Знамени, почетным революционным оружием, и опять что было делать дальше, если человек еще раз что-то сделал? Придумали следующую награду. Маузер с наложенным орденом Красного Знамени. Таких, тут, надо сказать, выдано было всего 2. Собственно, тому же Буденному и главкому Каменеву. Каменев не дожил до звания Героя Советского Союза. Он умер в 1935 году, если не ошибаюсь, сразу после введения личных званий. И даже посмертно был обвинен в том, что он там был врагом народа. Но, тем не менее, он уже давно времени скончался. Довольно скоро после окончания гражданской войны встал вопрос о том, что надо награждать теперь и за трудовую доблесть.
и был введен орден Трудового Красного Знамени. Причем вначале он назывался, он выглядел совершенно иначе, чем мы потом привыкли, и на нем было написано «Герои труда». И в результате, собственно, его кавалеров звали героями труда. Стоит ли говорить, что месяц назад это звание Героя труда было возрождено, но со знаком в виде золотой звезды, ну, по аналогии со звездой Героя Атлетического труда. Потом, в начале 30-х годов, были учреждены другие ордена, в частности, высшие награды Советского Союза, орден Ленина. Надо сказать, что высшие награды Советского Союза был орден Ленина всегда до 91-го года. А в 34-м году был также создано новое такое образование, институция новая, это звание Героя Советского Союза. Герой Советского Союза никакой звезды не было положено, ему был положен орден Ленина и специальная грамота. Но в 1939 году товарищу Сталину исполнилось 60 лет. Ему надо было придумать новую награду. И придумали звание Героя Социалистического Труда. И для него придумали звезду. И он получил звезду номер один. Она очень походила на, вы знаете, на звезду Героя Советского Союза, только на ней был серп и молот. Но уж если у Героя Социалистического Труда была звезда, то заодно придумали звезду для Героя Советского Союза. И тем самым только в 1939 году, через 5 лет после установления звания Героя Советского Союза, появился соответствующий знак. Очень скоро, в связи с войной в Испании, с финской войной, некоторыми другими обстоятельствами, появилась необходимость повторного награждения уже существующих героев Советского Союза. И в результате несколько выдающихся наших, в первую очередь, летчиков, таких как Смушкевич, Рычагов, а также Папанин, наш знаменитый полярник, были повторно награждены звездой героя. А в ходе Великой Отечественной войны появилось два, сначала трижды героя, летчика, Кожедуба Покрышкин, а сразу после войны и третий трижды герой Советского Союза, маршал Жуков. Надо сказать, что Жуков был и первым, кто получил четвертую звезду Героя Советского Союза. Таких было вообще два человека, потому что вторым оказался Леонид Ильич Брежнев. Но у него, надо сказать, была еще и пятая звезда Героя Советского Труда, которую он, собственно, получил хронологически первой. В результате этого высшую такую награду, звезду героя, ту или другую, значит, имели следующие люди. Брежнев имел 5 звезд, 4 плюс 1. Хрущев и Жуков по 4. Жуков 4 Советского Союза, у Хрущева Герой Советского Союза и 3 Советского Труда. Был 2 Герой Советского Союза, Герой Советского Труда, это был Ворошилов. 3 Героя Советского Союза, Будённый, Кожедуба Покрышкин. Надо сказать, что Будённый первую свою звезду получил в 1958 году. А дальше каждые 5 лет. Ну, так он прожил долго, больше 90 лет, то, соответственно, успел получить еще и 3-ю. И больше 20 человек имело... Устинов был 2 Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, и больше 20 человек имело звание 3 Герой Социалистического Труда. Надо сказать, что один 3-й герой жив сейчас. И это абсолютно уникальный человек, потому что он был 2 Герой Социалистического Труда при советской власти. Впоследствии он получил... Один из высших орденов в тот момент, это просто был высший орден, за заслуги перед Отечеством второй степени, номер 1. Потом он получил под номером 2 орден Андрея Первозванного, а впоследствии стал Героем России. Это Калашников. Он жив, дай бог ему здоровья. Он 3-й герой, Герой России, 2-й герой Социалистического Труда, и он последний 3-й герой. Долгое время, до вручения ему 3-й звезды, 3-й героев просто не было, последний был Харитон. Интересно то, что советскими орденами, так как это была не орденская система, в орденской системе как происходило? Вы получали младшую степень, потом вы получали более высокую и более высокую. А в советское время, повторяю, начиная с ордена Красного Знамени, могли одним и тем же орденом наградить несколько раз. Чемпионом был Устинов. У Устинова было 11 орденов Ленина. Были люди, у которых было по 7 орденов Красного Знамени. И, тем не менее, по-прежнему награждение орденом было очень значимо, в том числе, конечно, и в первую очередь в армии. После 91 года у нас произошла неразбериха с наградной системой, и было специальное постановление Верховного Совета РСФСР о том, что некоторые советские ордена остаются уже теперь в наградной системе РСФСР, а с 94 года у нас фактически действует новая наградная система. Она вобрала в себя и некоторые советские ордена, и возрожденные ордена имперского времени. В результате сейчас у нас есть довольно обширная система наградная, включающая в себя высший орден Андрея Первозванного, следующий за ним орден Святого Георгия, о котором было произведено несколько награждений в связи с осетинскими событиями, орден заслуги перед Отечеством, тоже 4 степеней, орден Александра Невского, возрожденный, но не в виде чересплечного знака и звезды, а в виде
орден на пятиугольной колодке, но при этом выглядящий точно так же, как и знак Александра Невского до революции. И это, кстати, орден единственный, который под этим, одним и тем же названием существовал и в дореволюции, и во время, и в советский период, и ныне сейчас. Гражданские ордена за гражданские заслуги, почет и дружбы, и военные ордена, соответственно, орден мужества за действия, совмещенные с риском для жизни, орден за военные заслуги, а также орден за морские заслуги, который может присваиваться и военнослужащим, и гражданским лицам. Также есть ордена родительской славы, который повторяет рисунок родительской славы сейчас для лиц, имеющих 8 детей. 7, прошу прощения. При учреждении 5. Есть знаки отличия. Это знак Святого Георгия 4 степеней. Надо сказать, что теперь он присваивается не только солдатам, но и офицерам, до капитана включительно. Не знаю, были ли награждения офицеров, но солдаты были опять-таки за сестинские события. Знак отличия за беспорочную службу, полностью повторяющий дореволюционный. Почетные звания, многочисленные, это, конечно, чистое наследие советского времени, их огромное количество, 4 народных, народный артист, народный художник там, и так далее, и огромное количество заслуженных. Отдельное звание специальный летчик-космонавт. И, конечно, высшее звание Герой Российской Федерации и теперь уже Герой Труда, который был введен, повторяю, чуть больше месяца назад. Мог что-то забыть, но это мы можем обсудить в рамках дальнейшей части. Вы знаете, я очень долго говорил, 1,5 часа, поэтому давайте приступим к вопросам. Я с удовольствием отвечу на те, что вас наибольше интересует. Спасибо. Да, спасибо большое, Андрей Леонидович. Спасибо большое. Теперь нужно давать сигнал о желании задать вопрос. Тогда будет у вас микрофон, в который этот вопрос можно будет задать. Я позволю себе только один маленький такой предварительный вопрос, а потом, может быть, иногда буду чередоваться с другими коллегами. Не могли бы вы немножко рассказать об Ордене Победы? Да, спасибо большое. Орден Победы был учрежден в тот момент, когда стало понятно, что Красная Армия одерживает действительно замечательные победы на фронте, которые стали переломом и в Отечественной войне, и во Второй мировой. По статуту этим орденом могли награждаться только командующие фронтами, либо координирующие действия нескольких фронтов, но далеко не все, кто был им награжден, в результате соответствовали этому формальному признаку. Всего награждений было 20. И надо сказать, что один из кавалеров жив до сих пор, об этом мало кто помнит. 3 человека были награждены дважды. Хронологически это были Жуков, Сталин и Василевский. Все советские подданные, советские граждане, которые были награждены этим орденом, обладали званием маршала Советского Союза, за исключением одного. Это был начальник генерального штаба, генерал армии Антонов, который так никогда не получил маршальского звания. Все знаки, которые были вручены советским кавалерам, были возвращены после их смерти государству. Последним кавалером, отдельным от Великой Отечественной войны, был Леонид Ильич Брежнев, который был награжден, конечно, с нарушением статута, но самое смешное, что он и лишен посмертно этого ордена, тоже с нарушением советского закона. Он был лишен просто указом президента Горбачева, или тогда еще председателя Верховного Совета, не помню. И это было тоже нарушением, потому что по действующему законодательству лишить ордена государственной награды можно было только в связи с наличием решения суда. И это, кстати, был единственный знак ордена, который имел не винтовое крепление, мы специально переделали его на булавочное. Говорят, что это было связано с тем, что Суслову, который вручал ему этот орден, было очень тяжело привинчивать его как-то там. Ну, не знаю, это байка. Как бы то ни было, были награждены многие российские, советские маршалы, а также 5 иностранцев. Ими были генерал Эйзенхауэр, командующий союзными войсками в Европе, фельдмаршал Монтгомери, Иосиф Броз Тито, разумеется, лидер, тогда еще просто югославский маршал, а впоследствии глава государства, польский маршал Роле Жмерский и король Румынии Михай, кой, собственно, благополучно здравствует и даже приезжал на празднование, наше празднование в 2005 году, я сам видел его с этим орденом Победы. Повторяю, он последний кавалер. Единственный раз, все знаки, которые, повторяю, были вручены в
СССР, они все возвратились в государство. Некоторые из них сейчас находятся в оружейной палате, а некоторые в музее вооруженных сил. Но этот орден еще, знаете, чем интересен? Вообще первые, единственные награды, на которых стояли номера, это были знаки отличия военного ордена. До этого ни в одной стране ничего подобного не было. А после революции у нас начали ставить на наградах номера. Так вот, единственной советской наградой ордена, во всяком случае, на котором номеров не было, это был Орден Победы. То есть невозможно сказать, что вот это был первый. Жуков, да, он был награжден хронологически первым, но на нем никакого номера один не было. Единственный знак ордена был продан, и это до сих пор рекорд в сопоставимых ценах, и до сих пор рекорд на антикварном рынке фалеристическом для государственной награды любой страны. Угу. Спасибо. Коллеги, вопросы? Иначе я начну задавать свои. Да. Константин Иванович, вот вы упоминали обращение, светлость, потом, значит, сиятельство, да. В какое время это было узаконено, каким документом, при каком правителе? Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, то, о чем вы говорите, называется титулование. И каким образом оно происходило? Значит, для всех дворян существовало обращение такое же, как к обер-офицерам, а именно ваше благородие. Для штаб-офицеров обращение было ваше высокоблагородие, для лиц пятого чина табеля рангах, то есть бригадиров, когда это существовало в армии, довольно быстро это звание было фактически изъято из обращения, капитан-командоров и статских советников на гражданской службе, они существовали до 17 года. Обращение, титулование было «Ваше высокородие». Для лиц 3-4 классов, то есть генерал-майор, генерал-лейтенантов, приравненных к ним, «Ваше превосходительство». И, наконец, для первых двух, а также для министров, «Ваше высокопревосходительство». Обладатели дворянских титулов имели право на титулование. Бароны, господин барон, графы и князья, ваше сиятельство, светлейшие князья, ваша светлость, великие князья, ваше императорское высочество, и точно не могу сказать, могу немножко ошибиться, по-моему, князья крови императорской, просто ваше высочество. Система стала складываться, вот вы меня спрашиваете точно, каким документом. Не могу сказать, значит, по-моему, что касается обращения к офицерам, это уставы Петра Великого. Что касается обращений к графам, по-моему, это один из первых указов о, собственно, присвоении графского титула, тоже времена Петра. Но гарантировать не могу точно сказать. Что касается членов императорской фамилии, то это просто установление об императорской фамилии. Эта градация была очень серьезной и очень важной, и небольшое количество людей, например, имели титулы светлейших князей. Ну, надо сказать, что, например, тот же Кутузов, ну, собственно, граф Голенищев-Кутузов, надо сказать, что титул графа он тоже получил сам, он не был рожденным графом. Он уже был генерал-ландшафтом, когда стал графом. А княжеский титул, причем сразу с титулованием светлости, светлейший князь Смоленский, он получил за битву под Смоленском. Уже в ходе Отечественной войны 1812 года. Вот такая история. Угу. Спасибо. Так. Меня зовут Денис. Вопрос такой. Вот для ранних орденов европейских характерны часто довольно легкомысленные названия. Подвязки, бани, вот, орден слона. Что сильно контрастирует с более поздними орденами, которые носят названия серьезные и пафосные. Вот можно ли проследить, как меняется эта традиция и что стоит за переменой? Спасибо. Ну, как я говорил уже про орден бани и про орден подвязки, они были связаны с вполне конкретными ситуациями. Так же, как орден слона, например. Впоследствии, конечно, когда ордена уже стали неотъемлемой частью культуры того или иного, ну, практически всех европейских государств, они стали, конечно, как правило, отображать и в своем названии, и в видах своих знаков, конечно, государственные символы. Ну, в первую очередь, связанные, естественно, с государственными гербами. Например, вот здесь, обратите внимание, вот эта цепь ордена Черного Орла, высшего прусского ордена. Так вот, ну это копийная цепь сразу, вот предмет не настоящий. Естественно, вы видите, что даже одним из элементов, одним из звеньев цепи является, собственно, Черный Орел, Черный прусский орел.
Огромное количество было связано, название орденов связано, конечно, с геральдическими животными и вообще с другими геральдическими знаками. Связано либо с династией, либо со страной. Как правило, вот так. Следующая, тоже очень важная традиция, это, конечно, связанная со святыми покровителями той или иной страны или династии. Вот такая история. Я, кстати, прошу прощения, я совсем не успел сказать про то, что на Востоке, в Азии, в серьезных империях, в Японии, в Цинском Китае, в Персии, тоже были учреждены наградные системы европейского типа, некоторые из которых существуют до сих пор, ну, в первую очередь, японская, конечно. И там, конечно, безумное количество интереснейших тоже вот таких иногда забавных элементов. Например, долгое время многими японскими орденами фактически можно было быть награжден только посмертно. Более того, не член императорской фамилии, японец, может быть награжден цепью ордена Хризантемы только посмертно. Прошу прощения. Да, еще. Григорий Глазков, у меня два вопроса. Во-первых, вы не упомянули вот с... Советский орден Красной Звезды. Вот я сказал о том, что в начале 30-х он был учрежден вместе с орденом связано. Ленина. Вместе. Да, он когда был? Вместе с орденом Ленина. А, вместе с орденом Ленина. Да. Да? Ага. Вот, а, и вообще, ну, хотелось... Я многих других не упомянул. Да, и какую роль он вообще, вот какое он место занимал в общей наградной системе, ну, если вы можете. Да, спасибо, скажу вам. Да. И второй вопрос про... Или, может быть, после... Давайте сначала это. Повторяю, после того, как советское государство стало... таким развитой государственной институции, естественно, появились дифференциации при награждениях. Поэтому помимо орденов Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, причем заметьте, что часто бытует название Боевого Красного Знамени, это название неофициальное, официальное название – Орден Красное Знамя, и Трудового Красного Знамени. Так вот, были учреждены два ордена, собственно, Красной Звезды и Орден Ленина, а также Орден Знак Почета для награждения либо совсем высоких достижений, либо, наоборот, чуть менее значимых, чем Трудового Красного Знамени или Красного Знамени. Орден Красной Звезды был, конечно, награжден, введен в первую очередь для награждения за какие-то военные отличия, но и вручался в том числе гражданским лицам, и в том числе не за, иногда за действия, не связанные с риском для жизни. Первые 700 знаков этого ордена были изготовлены на госзнаке, в отличие от всех остальных миллионов, которые были изготовлены на монетном дворе, и поэтому их знаки на фалеритическом рынке довольно дороги, они редкие, очень повторяю. Тем более, что многие из его кавалеров были репрессированы, поэтому они были очень редкими, повторяю, стали очень редкими. Всего было несколько миллионов награждений, так же, как и несколько миллионов награждений даже в ходе войны, орденом Отечественной войны первой и второй степени. А впоследствии, в 85 году, все выжившие к тому времени, прошедшие 40 лет после победы, ветераны были награждены орденами Отечественной войны, тем самым несколько девальвировав эту, так сказать, высокую награду. Напоминаю также, что до конца 40-х годов все награжденные советскими орденами получали деньги ежемесячно, а также некоторые другие льготы, например, бесплатное право проезда на общественном транспорте и некоторые другие. И в связи с этим, кстати, существует традиция орденских книжек. Орденская книжка что такое? Это просто проездной билет. Во всем мире просто дают такую грамоту, ее можно поставить, повесить на стенку. А у нас орденская книжка, это, повторяю, был в первую очередь проездной билет. Поэтому он был такой, ну, чтобы можно было в карман класть. Ну и в магазине без очереди. Была такая привилегия. Значит, героям Советского Союза, героям социалистического труда, полным кавалером Орден Трудовой Славы, их было 302 человека, и полным кавалером Орден за службу Родины в вооруженных силах СССР, коих оказалось всего 13 человек. Это, кстати, забавно то, что самый редкий советский орден по вручениям – это не Орден Победы. Орден Победы был 20 вручений, а за службу Родины в вооруженных силах СССР первой степени всего 13. Хотя изготовленных было несколько больше. Они довольно часто встречаются на фалеритическом рынке в связи с тем, что были бы, видимо, сворованы в момент неразберихи в 91 году. До всех дойдем. Второй вопрос. Дальше. Про Георгиевский, про орден Святого Георгия и Георгиевский крест. Вот, но дело в том, что в обиходе гораздо более известным является Георгиевский крест. Да, потому что их было много, и это было. Да, и вот как они, они связаны между собой. Конечно. Это вот как они соотносятся. Значит, спасибо большое. Очень хороший вопрос, который в нем много путаницы в общественном сознании. Орден Святого Георгия, повторяю, был учрежден в 1769 году Екатериной Великой в 4 степенях. И это, конечно, только офицерская награда. Более того, если офицер был не дворянином, он в момент получения любой из этих степеней немедленно получал дворянство. Очень высокая награда, 25 награждений первой степени, 125 второй.
третьей степени за всю Первую мировую войну, повторяю, только около 70. Собственно, знак отличия военного ордена, то, что впоследствии стало называться Георгиевским крестом, был учрежден в 1807 только для младших чинов, то есть только для солдат и унтер-офицеров. На четыре степени был награжден в ходе, разделен в ходе Крымской войны, и впоследствии, еще вот около 50 лет, бытовал как знак отличия военного ордена в четырех степенях. В 13 году он был как бы заново учрежден в качестве Георгиевского креста. Это название было принято официально. И заново началась нумерация. При этом надо сказать, что за Первую мировую войну четвертой степени было выдано больше миллиона, даже в связи с тем, что невозможно было на лучах сзади такой номер сделать, а сверху на верхнем луче был 1М, то есть 1 миллион гравировалось. А первой степени, то есть всего полных кавалеров, было под 30 тысяч. Не так много, кстати. Во всяком случае, если учесть сравнительно мобилизационные цифры Второй мировой войны и Первой мировой войны, в общем, все равно это была очень редкая награда. Повторяю, с самого начала существования знака отличия военного ордена любой награжденный ее солдат не подлежал телесным наказаниям. Спасибо. Да, просьба представляться. Алексей Гонрашов. Вопрос такой. Сейчас достаточно большое количество коммерческих наград, которые мимикрируют под государственные, тем самым размывая ценность. Когда эта тенденция возникла? Спасибо. Возникла эта тенденция, естественно, сразу после революции, после учреждения Ордена Красного Знамени. Были учреждены довольно много знаков, похожих на Орден Красного Знамени. В связи с чем в 1934 году было принято постановление в ЦИК о запрещении изготовления знаков, так было сказано, орденоподобных. И до 1991 года это правило действовало, вплоть до уголовной ответственности. Надо сказать, что сейчас, когда я говорю о стоимости тех или иных советских знаков орденских на фалеристическом рынке, действует по-прежнему уголовное запрещение купли-продажи советских наград в рамках наград РСФСР и Российской Федерации. Мы в данном случае единственные помимо Северной Кореи и Кубы. Причем советские награды легко продаются, например, на Украине или в других бывших советских республиках. Как бы то ни было, конечно, было введено огромное количество, значит, частных знаков в 90-х годах, некоторые из которых повторяли советские знаки, в том числе вот эти знаменитые малатовские награды, которые просто соответствуют советским и подписываются, значит, вот этим временным президиумом Съезда народных депутатов СССР. Да-да-да, она до недавнего времени, в всяком случае, и звезды героев давала, и ордена Ленина, бог знает что. Ну, просто полный позор. Причем самое смешное, что некоторые очень действительно награжденные в советское время люди носили эти награды. Например, один из, кстати, теперь уже покойных маршалов авиации, имевших 7 орденов Красного Знамени, носил 8, потому что 8 дал Сажеману, и тем самым оказался как бы единственным, кто имел 8. На самом деле у него было 7. Ну, тоже неплохо 7, я вам скажу. Поди их заслужи. Маленькая деталь, которую я не сказал. С середины Отечественной войны, по-моему, 43-го года, было введено награждение государственными наградами за выслугу лет. За 15 лет службы в Красной Армии медаль за боевые заслуги, за 20 орден Красной, за 10, прошу прощения, медаль за боевые заслуги, за 15 орден Красной Звезды, 20 Красное Знамя, 25 орден Ленина и 35 Красное Знамя. Это продержалось около 10 лет, это было полнейшим позором, конечно, и девальвацией наградной системы, довольно быстро это прикрыли. Хотя многие успели, так получилось, что некоторые успели получить так, по 3 ордена в течение короткого времени, в силу того, что они к тому времени уже столько служили в Красной Армии. Но это, тем не менее, возродилось заново в виде специальных медалей 10-15-20 лет беспорочной службы, ну, ведомственных наград. И, естественно, уже при маршале Гречко введение вот этого ордена, знаете, как восьмиконечная звезда, ее называли шерифской звездой даже в войсках, трехстепенного ордена за службу Родине в вооруженных силах СССР. Повторяю, при этом всего полных кавалеров оказалось всего 13 человек за все существование ордена с 1974 по 1991 год. В общем, не так много. Вот такая история. Второй вопрос. А как в связи с этим вы видите какую-то систему, быть может, подтверждения вот этих наград? Но у меня в голове такая идея созрела. Может, вместо всех медалей вешать какой-нибудь красиво оформленный QR-код, фотографируешь и получаешь информацию о человеке, об орденах и так далее. Ну, вы знаете, спасибо. Тут много всяких неприличных историй. Например, в прошлом году была дама, которая носила какие-то звезды, герои Советского Союза, герои социалистического труда, при том, что такая женщина вообще была одна, это была Грязодубова.
знаменитая наша летчица и дочка знаменитого летчика. Есть уголовное преследование за ношение не своих государственных наград. И я считаю, что это абсолютно правильно. Но я бы ввел, например, правила, запрещающие ношение негосударственных наград наряду с государственными одновременно. Если у тебя есть государственные награды, носи их. Если есть общественные, ты можешь их носить, но при этом не носи государственные. И уж во всяком случае на военной форме одежды. Мне так кажется. Я не сказал еще о том, что не так давно, буквально пару лет назад, были введены некоторые, к вопросу о том, как различить на одежде, некоторые очень удобные и принятые во всем мире формы ношения государственных наград. А именно, так называемые миниатюрные копии, во всем мире называются фрачники. Уменьшенные, ну, такого размера примерно, в виде формы государственных наград, орденов, а теперь уже и медалей, знаки, которые очень удобно носить на, либо на пиджаке, либо, на, например, смокинге. А также, это не относится к шейным, например, орденам. Шейные ордена полноразмерные, носят и звезды тоже. А также на лацко, так называемые розетки орденов, носимы на лацкане. Вот присутствует народный артист России Михаил Семенович Глус с розеткой Ордена заслуга перед Отечеством. Это, да, спасибо большое. Михаил Семенович, спасибо большое, что вы, я знаю, что вы сделали, чтобы, именно для того, чтобы я это продемонстрировал. Мне это очень приятно, потому что такая живая иллюстрация. И это тоже пример того, как оно делается во всем мире. Ну, все знают знаменитые розетки Ордена Почетного Легиона. Для пятой степени, соответственно, просто такая нитка. На самом деле ее делают из проволоки. Для более высоких степеней розетка. Вот это сделано сейчас в России 2 года назад, и мне кажется, что это очень разумно. Потому что, конечно, вот эти большие знаки, ну, их носить очень неудобно, сложно. У многих, скажем, их помного есть. Это, если с медалями, то это вообще там в три ряда. Надо сказать, что второй ряд петличных наград — это только российская традиция. Все носят в один ряд, причем если их много, их делают так плотно, что там их почти не видно, но тем не менее... Так же было в России до революции, кстати. Делали просто очень плотный ряд такой. Но один ряд. Ага. Григорий Сапов. Значит, я хотел бы выразить свое восхищение всем услышанным. Если бы не так холодно, это все может до утра слушаться. Первое. Второе. Да, огромное тебе спасибо. Это невероятное что-то. Что? Огромное тебе спасибо от себя лично и всех присутствующих. Спасибо большое. Вот. Два вопроса. Значит, вопрос первый. Тут объявлено примирение всеобщее, но я так понимаю, что грядут, ну, когда-нибудь улица там Колчака, проспект Деникина в Москве или в Ростове-на-Дону. Какая была практика, известно ли тебе что-нибудь о награждениях в белых армиях? Спасибо большое. Очень хороший вопрос, и надо сказать, что... На него можно... Есть книжки на эту тему написанные. Но начнем с того, что Колчак восстановил у себя систему, российскую государственную систему наград, и он вручал в том числе георгиевские награды. Например, знаменитые его фотографии с орденом Святого Георгия Третьей степени. Он не имперский. Он вот этого самого его омского правительства. Четвертая степень его настоящая за Первую мировую войну. А до этого он носил здесь Владимир Третьей степени. А уже в какой-то момент... Он, во-первых, получил третьего орла на адмиральский погон, стал полным адмиралом. И это уже омская награда, это не имперское, повторяю, звание. И, соответственно, Святого Георгия Третьей степени. Там было много награждений. Некоторые получили и третью, и четвертую. Такие, как, например, Новый Цеховский и, собственно, господи, кто ноги отморозил? Капель, конечно, да, спасибо. Капель вообще был подполковником, а дорос до генерал-лейтенанта и получил обе степени Святого Георгия там. Очень интересны были награды также у добровольческой армии Деникинской. Они ввели орден Святого Николая, исходя из той идеи, что нельзя георгиевские награды давать за гражданскую войну. При этом солдатам спокойно давали георгиевские кресты. Например, был очень интересный человек, который гимназистом пошел служить в добровольческую армию, а потом остался в России и стал, услышьте меня, трижды героем социалистического труда. И, возможно, только именно эта служба в добровольческой армии, он думал, что о ней никто не знает, спасла его, потому что он уже был на крючке. Не надо было ничего придумывать против него. Это был Анатолий Петрович Александров, президент Академии наук. У него было 3 георгиевских креста, причем ему было 15 лет. Это просто невероятно.
Кстати, были случаи, когда человек получал все четыре георгиевских креста, например, во время Первой мировой войны, за один бой. Ну, почему? Потому что было четко, за что можно было бы получить георгий. За взятие в плен вражеского офицера, знамени, за то, что человек убил трех нижних чинов и убил офицера. Ну, то есть, соответственно, вот бывало так, что человек прям за один день получал четыре награды. Пожалуйста. Спасибо. И второй вопрос. Про почетный легион, если можно, там ведь что-то к нему прилагается. Очень много чего хорошего. Нет, я не имею в виду благ, я имею в виду вещь символическая, материальная, то ли сабля, то ли... Нет. Спасибо большое. Ну, начнем с того, что для высшей степени существует, сначала существовала цепь, впоследствии цепь осталась только для гроссмейстера ордена, и для сына Наполеона III была изготовлена детская цепь. Все вот эти гроссмейстерские цепи находятся в музее почетного легиона в Париже. Надо сказать, что это лучший музей вообще государственных наград в мире. Совершенно невероятный. Более того, если кто-то хочет успеть, то еще несколько месяцев, до сентября, если не ошибаюсь, там также выставка крупнейшего частного коллекционера в мире наград, такого знаменитого посла Спады, такой из семьи очень крупных итальянских судовладельцев. У него крупнейшая в мире коллекция орденов, и он сейчас ее значительную часть выставляет уже там год в музее почетного легиона. Он пожилой человек, и это для человека, который этим интересуется, это просто что-то абсолютно феноменальное. В скорости будет открыта выставка государственных наград из коллекции Государственного Эрмитажа, вот в здании главного штаба. И это тоже нечто фантастическое. Мне посчастливилось держать в руках там всю эту коллекцию. Это, конечно, для человека, интересующегося этим, это как пострелять из Мазура Дзержинского, конечно, как в известном анекдоте сказано. Партийный орден почетного легиона. Значит, сейчас 5 степеней. Кавалер, офицер и то, и другое. Петличный знак для офицера. Еще розетка на ленте. Командор – это шейный знак. А великий офицер – это опять такой же знак, как офицера, то есть на петличной ленте с розеткой. И звезда на правой стороне груди. И для, наконец, кавалера большого креста – чересплечная лента через правое плечо. И на левой стороне груди – большая звезда золотого цвета. Надо сказать, что у нас есть несколько кавалеров большого креста. Долгое время бывший послом во Франции после войны Виноградов, по-моему, 12, он был, если не ошибаюсь, дуаеном дипломатического корпуса, в силу того, что был дольше всех послом, он имеет. И два наших президента, Ельцин и Путин, имеют первую степень. Довольно много у нас почти 10 командоров, и просто человек 10 минимум, а то ли даже, может быть, чуть больше офицеров, и довольно большое количество кавалеров ордена почетного легиона. Но смотрите, чем отличается в этом смысле, например, орден подвязки от ордена почетного легиона, оба два высших ордена. Про орден подвязки это точно то же самое, как, например, с Академией бессмертных во Франции и с Королевским обществом. Вот точно наоборот. Любой великий ученый состоит в Королевском обществе. Там может быть не только великий, но уж великий точно. А в Академии бессмертных, если ты состоит, значит великий. Невеликих нету. Но их очень мало. Да? Их там 24 тоже человека. Ну, если не ошибаюсь, по-моему, 24 мест. Вот как Ришелье учредил, там вот столько людей осталось. А в связи с этим, так же в ордене подвязки, так и в Академии бессмертных, ты можешь проследить свою полную генеалогию. На освободившееся место человек попадает. То же самое с орденом почетного легиона. Если человек заслуживает, он точно там. Может, кто-то не заслуживает, тоже есть. Но уж если заслуживает, то точно есть. Иностранец или француз, неважно. А уж орден подвязки попал, значит, молодец. Кстати, вот по поводу знаков я хотел сказать, я забыл об этом. Значит, Черчилль. Ну, Черчилль, как вы помните, он думал, что он проживет столько же, сколько его отец, 47 лет. Он в результате прожил ровно в два раза больше, 94. Три раза всего был награжден орденами. Он был награжден орденом кавалеров, компаньонов чести. Это такой орден не очень высокий, который носился, тем не менее, на шейной ленте, не давал рыцарского звания. За выигранную мировую войну, так же, как Ллойд Джордж за первую, получил орден за заслуги, тоже шейный орден, одностепенный, и тоже не дававший рыцарства, и тоже в связи с этим он не был сэром. И только когда ему было 82 года, он, наконец, согласился на тоже награждение орденом подвески. Почему? Он все это время ждал, когда освободятся знаки, которые когда-то носил герцог Мальборо. А тот кавалер, на котором они были, он долго не умирал. Наконец он умер, знаки возвратились в капитул. И он сказал, да, можно.
и он стал сэр Уинстон после этого. Но удивительно другое. Знаете, кто сейчас его носит, эти знаки носит? Его дочь. Она леди подвески. Мне кажется, это безумно трогательно. Представляете, герцог Мальборо, его потомок Черчилль, его дочь Брэнсон. Это, мне кажется, трогательно и замечательно. Так, спасибо. И можно еще, пожалуйста, один вопрос? Сколько угодно. Даже это зависит только от строителей, я могу говорить об этом бесконечно. Только представьте, пожалуйста. Первый вопрос. В чем отличие ведомственных наград от государственных наград? Вот, допустим, сейчас существуют медали и награды в вооруженных силах, ФСБ и так далее. В чем в глобальном смысле отличие этих видов наград? Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Именно в связи с тем, что, знаете, есть люди, которые носят, повторяю, там по 20 медалей, непонятно, что это такое. Государственные награды — это награды, ну, практически всегда, можно без большой, так сказать, доли ошибки сказать, что всегда, выдаются от имени или самим главой государства. Есть, правда, некоторые страны, в которых награждение орденами все-таки так или иначе регламентируется парламентом или правительством. Ну, например, в Великобритании есть ордена, которые сейчас выдаются по личному усмотрению монарха, к каковым относятся в том числе, например, орден подвязки и орден Чертополоха. А есть ордена, которые выдаются по решению правительства, но, тем не менее, монархам и от имени монарха. Два раза в год у них церемония вручения. То же самое и здесь. Государственная награда — это то, что исходит исключительно актом воли главы государства. Главой государства учреждается, главой государства награждается, вручается либо им самим, либо по его прямому поручению. Ведомственная награда — это то же самое, учреждается, соответственно, главой ведомства или решением коллегиального органа управления этим ведомством, коллегии министерства, например, и, соответственно, вручается в соответствии с теми правилами, которыми там это регламентируется, тому или иному человеку. Естественно, статус государственных наград неизмеримо выше. Спасибо. Так, да. Владимир Иванович, Андрей Леонидович. Я прям боюсь ваших вопросов. Можно. Владимир Иванович — крупнейший специалист и коллекционер государственных наград. Я думаю, что вот в представленных системах императорской России и советской России существенное отличие двух систем было в том, что в царской России, в императорской, лицам холопского звания ордена не спрашивались. Это существенно упрощало вопрос. А в советской России это было. Хотя были отличения в полководческих орденах и других. Но это ремарка, не больше. А вопроса два. Первое, не могли бы вы рассказать хотя бы два слова или три о практике награждения российских и советских лидеров орденами иностранными, и наоборот, иностранцев орденами. Не имею в виду, скажем так, Пилсудского или Венергейма, хотя это яркие примеры достаточно. И второе, пожалуйста, скажите пару слов о попытке введения в стране в советское время ордена Сталина. Целые книги посвящены. Да, очень интересно. Много спекуляций на это, иллюстрации. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну, вообще, надо сказать, что у нас было очень много интересных историй, связанных с наградами, и в том числе со знаками наград. Ну, начнем с того, что в советское время же не было шейных орденов. На шее ничего не носили. Но мундиры-то со стойками ввели во время войны. А что было делать тогда? И тогда для маршалов ввели маршальские звезды, чтобы можно было вешать на шею, чтобы, значит, не пусто было там. А потом ввели такие большие звезды, по аналогии с дореволюционными звездами, звездами иностранных орденов в виде, например, Ордена Победы. Но была, естественно, государственная награда выполняет и важнейшую дипломатическую функцию, потому что, как правило, при государственных визитах главы государств обмениваются высшими государственными наградами, они награждают друг друга. А также членов делегаций соответствующих тоже награждают разными орденами. И это общепринятая практика. Более того, есть некоторые дипломаты, ну вот есть замечательные колодки, значит, дипломатические, там, начала 20 века, например, у которых, там, знаете, человек служил во многих странах в дипломатических миссиях, у него там 20, ордена там 20 разных стран. Потрясающе. И вот советское время. Что стало делать? Были некоторые люди, которых было неудобно награждать разными орденами. Например, начиная с потепления отношений с церковью, надо было награждать как-то патриархов. В результате у патриарха Пимена было 4 ордена Трудового Красного Знамени, потому что наградить его орденом Ленина или Октябрьской революции было довольно странно. А что было делать с иностранными главами государств? Ну, опять-таки, наградить, например, короля орденом Ленина, ну, некоторая странность. Вышли из положения. Надо сказать, что
очень недолго не дотянул наш выдающийся военный деятель, маршал Советского Союза Соколов, один из последних министров обороны, и, кстати, самый долго живший в истории вообще мировой военной истории маршал. Он буквально несколько дней не дожил до того, чтобы стать последним кавалером ордена Суворова первой степени, потому что последним кавалером стал король Народом Сианук. Он умер буквально через несколько дней после Соколова, и он был последним, насколько мне известно, человеком, который был награжден орденом Суворова первой степени. И это ответ на ваш вопрос. Император Хайле Селаси был награжден именно этим орденом. И некоторые другие. Отец Народома Сианука был кавалером ордена Суворова первой степени, в один день получили. Значит, теперь, да, была и другая история. Было несколько, сразу несколько глав иностранных государств, которые были награждены званием Героя Советского Союза. Значит, это в первую очередь Гамаль Абдель-Наср и, кстати, его вице-президент, который отвечал за Сирию одновременно. Это, кстати, почему-то почти во всех документах, почти во всех книгах этого нету. Тем не менее, они были награждены совместно. Был и остается Героем Советского Союза Фидель Кастро. Высшие ордена, в том числе ордена Ленина, имели, конечно, руководители социалистических государств. Это очевидно. Некоторые имели не только ордена Ленина, но и другие ордена, того Красного Знамени, ордена Дружбы Народов. Руководителям капиталистических государств было сложнее получить советский орден, потому что, повторяю, в первую очередь, в силу их идеологической вот такой вот привязанности к социалистическому строю. Но, тем не менее, повторяю, находили возможности. Значит, король Михай был награжден орденом Победы. Некоторые, в том числе главы государства, в том числе короли, были награждены полководческими орденами. И, ну, в общем, в целом это решалось приблизительно так, в связи с направленностью того или иного государства. Обратная ситуация была тоже забавной. Например, высший финский орден при учреждении имел в знаке, ну, у него цепной орден, и в цепи, в частности, некоторые звенья были в виде свастики. Самое смешное, что Ворошилов, как председатель президиума Верховного Совета СССР, впоследствии Брежнев, получили вот такие высшие финские ордена, в том числе с изображением свастики. Ну вот, всякое бывало. Как бы то ни было, конечно, дипломатическая функция страдала. Более того, она страдает и сейчас. Как мы знаем, у нас, как я говорил, у нас есть два высших гражданских ордена, один из которых, может быть, оба они могут быть с мечами, впрочем, но могут быть выданы за гражданские заслуги. Это орден Святого Андрея Первозванного и заслуги перед Отечеством первой степени. Значит, первым кавалером ордена заслуги перед Отечеством первой степени был президент Жак Ширак. Более того, Борис Николаевич Ельцин больше никого этим орденом не награждал. Поэтому долгое время единственным кавалером был иностранец. Вторым кавалером стал сам Борис Николаевич. Этим орденом награждены два иностранных главы государства. Жак Ширак и президент Кучма. Орденом Андрея Первозванного также награждены два иностранных главы государства. Оба они были членами Политбюро. Это президент Назарбаев. Это единственный кавалер ордена Андрея Первозванного, который получил его до 60 лет. Ему было 58 лет. Дважды герой социалистического труда Гейдар Алиевич Алиев. Собственно, других иностранцев, кавалеров вот этих высших орденов нет. И, к сожалению, практика такова, что, ну, понятно, что глава государства иностранного не может получить пятиличный орден, это будет оскорбление. Получить цепной орден или орден на большой ленте невозможно сейчас, потому что, повторяю, у нас прекратилась практика присвоения вот этих двух высших орденов иностранцам. А какой другой орден дать? Нет. Ну, сейчас есть орден Святой Екатерины тоже на плечевой ленте. Он уже, мы знаем, что барон Фальцвейн, мужчина, был награжден этим орденом. И формально в статуте нет никаких упоминаний относительно того, что этот орден присваивается по гендерному признаку, как это было до революции. Поэтому теоретически, например, правящим монархом женского пола он мог бы быть вручен. Однако по-прежнему этого не происходило, хотя, на мой взгляд, было бы в рамках вот дипломатических такой истории это могло бы быть осуществлено. Проблема. Французский президент, повторяю, был награжден нашим высшим орденом. На тот момент это был орден Андрея Первозванного еще не был возрожден, поэтому это была высшая награда Государственной Российской Федерации. Но вот такова практика. На мой взгляд, это серьезнейшее упущение. Не возрождена практика награждения знаками иноверцев, хотя
Ну, вы знаете, были в связи с этим тоже такие исторические анекдоты, когда ввели знаки отличия Святого Георгия, отличия военного ордена, прошу прощения, с орлом вместо Святого Георгия в медальоне вот этого солдатского креста, то многие мусульмане, когда стали получать это с Кавказа, они, значит, говорили так: верните джигита. Ну, вот забавно. Ну, это исторический анекдот, тем не менее, есть документы, которые действительно подтверждают это. А? Награды в виде креста, но в центре был не Святой Георгий, ну, мусульманам нельзя изображать живых, ни животных, ни людей, но, значит, соответственно, вот такая вот история. Ну, исторических анекдотов, конечно, с награждениями много, например, вот святой, орден Святой Екатерины, женский орден, но, тем не менее, сыну Меньшикова он был вручен, и это было, на самом деле, издевательством над человеком, ну, в смысле, ты не мужик, а баба, вот. Есть некоторые сведения, которые все-таки не могут быть документально подтверждены относительно второго такого награждения, но это уже было в конце XVIII века. А так только теперь барон Фольфейн, дай бог ему здоровья. Он очень пожилой человек, но это уже теперь после реинституции ордена для мужчин и для женщин. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а Мао Цзэдуна награждали, нет? Мао Цзэдуна. А, орден Сталина, прошу прощения, забыл про орден Сталина. Мао Цзэдуна, по-моему, у него, честно говоря, просто не помню, по-моему, нет. Значит, что со Сталином? С орденом Сталина. Действительно, сразу после смерти Сталина обсуждалось решение о введении ордена Сталина. Предполагалось, что он будет носиться на пятиугольной колодке сразу после ордена Ленина. И были изготовлены даже пробные экземпляры разные. Они существуют сейчас в том числе на рынке фалеристическом. Но, тем не менее, орден учрежден не был. Ну, а в скорости последовали известные решения 20-го съезда, и в связи с этим вопрос вообще перестал быть актуальным. Тем не менее, повторяю, вопрос отставился. Более того, были некоторые разговоры относительно изображения Сталина на тех орденах, которые учреждались в течение Великой Отечественной войны. А там вообще было много разных историй. Например, когда учреждали Орден Славы, сначала хотели назвать орденом Багратиона и сделать его тоже в четырех степенях, как орден святого, ну, как Георгиевский крест. И более того, дизайн Ордена Славы в значительной степени повторяет дизайн Георгиевского креста. Тоже такой очень простой дизайн с кантом и с небольшим медальоном. Ну, там, соответственно, Святой Георгий, здесь Спасская башня, но не суть важно. Тем не менее, вот было учреждено то, что было учреждено. Я хочу вам сказать, что ведь были, например, женщины полного кавалера Ордена Славы, и одна из них, это просто невероятно, собственно, первая из них, она была бабушкой уже в тот момент, когда она стала таким полным кавалером. Она была снайпером, и, к сожалению, очень обидно погибла. Она погибла буквально 8, если не же 8 мая, в автомобильной катастрофе. Она была, по-моему, если не ошибаюсь, чемпионом по количеству, рекордсменом по количеству убитых гитлеровцев. И она была бабушкой. Ей было около 50 лет, и, к сожалению, она вот так обидно погибла в последние дни войны. Вот такая история. Андрей Литаров, у меня такой несколько, может быть, чуть-чуть в сторону вопрос. Я начну с тезиса очень спорного, я не могу его никак доказать, это некое мое интуитивное ощущение, возможно, вы с ним не согласитесь. Ощущение такое, что после падения большинства монархий, ну и Советского Союза, где в некотором смысле идеология заменяла такой имперский монархический дух, уважение в обществе к государственным наградам, как у нас, так и, по моему ощущению, в Европе, стало падать. И в этой связи нет ли у вас впечатления, что в принципе система государственных наград, ну, живет там свой последний век и будет заменена чем-то там совсем иным? Спасибо, очень хороший вопрос. Вы знаете, и да, и нет. Ну, понятно, что когда в советское время ничего, кроме поощрения государственной награды, толком не было, ну, квартиру можно было бы дать, что только это, конечно, было очень важно. Но, тем не менее, ну, понятно, что более или менее все жили одинаково бедно. Ну, по сравнению с тем, что, с тем социальным разделением, которое есть сейчас. Ну, понятно, что были люди, которые жили там в пятикомнатных квартирах в цыковских домах, а были люди, которые жили в бараках, но, тем не менее, в целом, ну, такого, такой социальной дифференциации не было. И в этом смысле, конечно, орден, к тому же, в общем, они были, как правило, очень демократические, то есть, в принципе, и простой, так сказать, слесарь мог получить орден Ленина, даже стать героем социалистического труда, и мы знаем эти примеры. Это, конечно, было сильнейшим в этом смысле инструментом государственной политики.
Я вам скажу, каким образом, вот в случае, если государство будет принимать решения, которые наделяют государственные награды вот такой функцией государственной политики, они будут по-прежнему востребованы. Приведу вам пример. В случае, например, как мне кажется, введения небольшого дополнения к закону о госслужбе, а именно, что государственный служащий при исполнении своих обязанностей, равно, например, депутат любой, имеет в лацкане своей одежды розетку своей высшей из имеющихся у него государственных наград, то есть носит по положению, то огромное количество людей захочет иметь такой орден. Например, все государственные служащие. И это станет опять намного более серьезным инструментом государственной политики, чем сейчас. Есть определенные льготы для обладателей государственных наград сейчас. Пенсионное обеспечение, некоторые там, выплаты при определенных обстоятельствах и так далее. Но они, конечно, они несущественны по сравнению с тем, что, например, можно заработать. И есть люди, которые никаких государственных заслуг не имеют, и государственных наград с этим не имеют. А тем не менее, скажем, материально, конечно, живут намного лучше, чем люди, которые награждены такими наградами, даже в том числе, например, Герои России. И в этом смысле, конечно, государственная награда не имеет того удивительного значения, как это было в советское время или в сословном обществе до революции. Повторяю, в сословном обществе человек мог быть миллионером и при этом не иметь доступа, например, в некоторые государственные здания. Я немножко утрировал. Тогда, когда орден, там какой-то орден, например, Владимира IV степени доставлял дворянство, то он был очень желаем, например, каким-нибудь купцом. Он хотел стать коммерцией-советником. Надо сказать, что коммерцией-советник приравнивался к лицу 4-й степени табеля о рангах, то есть к генерал-майору. И он очень хотел, естественно, получить орден. Он хотел быть дворянином. Потому что было огромное количество ограничений для недворян. Ну, например, для дворян, на дворян, в том числе личных дворян, не распространялась чета оседлости, а также ограничения при поступлении в высшее учебное заведение. Поэтому кто мог жить, например, в Москве, условно говоря, из евреев, например? Только личные дворяне, то есть закончившие... Личные дворяне, как правило, были люди, закончившие императорский университет. Значит, личные и потомственные дворяне, то есть лица, награжденные в том числе орденами, и купцы, гильдейские купцы. Практически это почти полностью исчерпывает список. Поэтому огромное количество людей, конечно, хотел получить. Сейчас ситуация иная, повторяю. Сейчас у нас не сословное общество. Сейчас у нас есть награды, которые ценимы многие больше, чем, собственно, видимые вот эти награды государства в виде, например, денег. Но, тем не менее, в случае определенных действий государства это может опять стать сильнейшим инструментом государственной политики. И мне бы этого хотелось в силу моего личного отношения к этому, а также понимания того, что, повторяю, это очень, на мой взгляд, очень хороший и в том числе дешевый и в то же время настоящий способ отличить своих граждан. Если люди будут публично знать о том, каким образом и за что люди обладатели этих наград их получили. Ведь смотрите, при учреждении Ордена Святого Георгия была учреждена также Георгиевская дума и Владимирская дума впоследствии. И это означает, что все представления на эти награды сначала рассматривались Думой, состоящей из кавалеров, уже имеющихся этой награды. И они определяли, подавать дальше государю или нет. Государь мог даже отвергнутого наградить. Это были редчайшие случаи. Как правило, награждались только те, кого рекомендовала Орденская дума. И это означает, что общество понимало, что человек заслужил этот орден. Он сделал что-то действительно серьезное. Были случаи, когда георгиевские награды получали, ну, грубо говоря, ни за что. Эти случаи были. Иногда ошибались люди, иногда думали, не тот сделал. Но, тем не менее, в целом огромная вот эта вот общественная значимость, в первую очередь, георгиевских наград, она же пережила на 100 лет саму награду. Ну, прошло практически 100 лет после того, как георгиевские награды перестали вручать, ну, вот те старые награды, да? И тем не менее, до сих пор георгиевский кавалер для любого россиянина что-то означает серьезное. При том, что, повторяю, четвертых степеней георгиевского креста было вручено больше миллиона штук во время Первой мировой войны. Значит, это было важно, значит, это было что-то серьезное. Хотелось бы, чтобы это было так и сейчас.
Есть некоторые очевидные вещи. Возрождение орденских праздников. Ну, например, в день орденского праздника все, в зависимости от количества награжденных, либо все кавалеры этого ордена, либо, скажем, старейшие по времени награждения, те, кто получил в последнем году, в текущем, и старейшие по возрасту кавалеры в соответствующем зале Московского Кремля, Большого Кремлевского дворца, собираются, встречаются, например, с источником государственных наград, то есть главой государства. И в этом случае я вас уверяю, что значение и престиж этих наград сильно увеличится. То, что я говорил уже, значит, для государственных служащих, постоянное ношение при исполнении обязанностей розеток орденов или других государственных наград, которыми они награждены. Ну и некоторые другие очевидные меры. Спасибо большое. Я бы в таком случае попробовал эту часть резюмировать, если я правильно понял. Правильно ли я в таком случае понимаю, что для вас вообще сфера фалеристики – это не просто некоторое такое научное увлечение, просто лично интерес, но вам система государственная, вам государственные награды кажутся достаточно значимым инструментом социальной инженерии, который может помогать государственной политике. Абсолютно. Смотрите, вот в той же самой британской системе государственных наград очень важно, ведь даже обращение к человеку другое, когда человек становится от рыцаря, бакалавра и выше, обращение к нему сэр. И, кстати, не по фамилии, а по имени. Он становится не мистером Черчиллем, а сэром Уинстоном. Его жена становится леди. Это совершенно другой социальный статус. Это другое отношение окружающих. Это другое отношение к детям в школе. Все это возможно, конечно, при отсутствии вот этого размытости государственной награды. Ну, я вам приведу пример. Святой Престол в свое время учредил довольно много государственных наград. И в результате, ну, например, орден Золотой Шпоры предусматривал любому кавалеру сразу автоматически присвоение графского титула. Так вот, их было так много в результате, что сам графский титул Святого Престола перестал значить что бы то ни было. И в конце концов была проведена серьезная реформа по этому вопросу. Надо сказать, она настолько серьезная, что высшим орденом католической церкви, орденом Господа нашего Иисуса Христа, в 20 веке было награждено, по-моему, если не ошибаюсь, 8 человек, только католики, главы католических государств. Последнее награждение в 78 году, здравствующих кавалеров нет. А вторым по значимости орденом Золотой Шпоры, или Воинства Христова, был последний здравствующий кавалер, это ушедший на покой великий герцог Люксембурга, тоже других здравствующих кавалеров нет. Но зато получить такой орден, это, я вам скажу, очень престижно. Так вот, конечно, вот эта, вот, как вы говорите, социальная инженерия, она может быть очень хорошо подкреплена вот этой системой государственных наград. В некоторых отраслях до сих пор это очень важно. Например, в артистической среде вы прекрасно знаете, что очень важно иметь почетное звание. Заслуженный артист, заслуженный деятель искусств, народный артист. На мой взгляд, недавно была принята фантастическая идея, очень удачная, присвоение звания народного артиста. Теперь для того, чтобы быть представленным уже президенту к присвоению этого звания, нужно пройти комиссию, состоящую из, собственно, носителей этого звания. То есть фактически это аналог Орденской думы. Народный артист СССР, народный артист России собираются и голосуют тайным голосованием, кто за, кто против. Вы знаете, мне кажется, это очень важно. На мой взгляд, было бы неплохо ввести такую же систему для, во всяком случае, высших орденов. Надо сказать, что их все равно очень мало. У нас всего 41 награждение орденом заслуги 5 отечеством первой степени за все время существования, 20 лет в следующем году. И 15 награждений орденом Андрея Первозванного. Здравствует всего, по-моему, 5 кавалеров, один из которых иностранец. На мой взгляд, это здорово. Мало-мало кавалеров. Это означает честь большая. Причем я могу назвать по памяти практически всех кавалеров Андрея Первозванного. И ну, я думаю, что три четверти кавалеров первой степени заслуги отечеством. Почему? Все люди известны. Это, на мой взгляд, неплохо. Должно быть действительно, чтобы человек, награжденный государственной наградой, понимал, что это, и окружающие понимали в первую очередь, что это огромная честь. Он получил это за что-то очень важное, что он сделал для страны, для народа, для
нации. То есть это некоторый инструмент создания системы репутации? В том числе, конечно. Угу. Так, может быть, у кого-то еще совсем последний вопрос? Да. Кто продал Орден Победы, при каких обстоятельствах и вообще вот в других странах, в том числе в Российской империи, как было с торговлей наградами? Спасибо большое. Очень и хороший еще, вопрос. Да. Вот награды репрессированных, куда они делись? Спасибо, расскажу вам. Значит, что касается Ордена Победы, по-видимому, нет точного ответа, но это, по-видимому, это был Орден Эйзенхауэра. Хотя одно время считалось, что это Орден короля Михая. Он был куплен на аукционе анонимным покупателем. В фалеистической среде долгое время считалось, что выкупило его правительство СССР. Мы этого не знаем. Это было, в конце концов, давно. Во всем мире купля-продажа наград является абсолютно обычным, ничем не регламентируемым событием. За исключением сейчас, вот повторяю, насколько мне известно, трех стран. Это Российская Федерация, Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Куба. В Российской империи награжденному, как правило, из капитула орденов присылались знаки ордена. Тем не менее, многие могли, было абсолютно свободно, можно было изготовить знаки частного изготовления, заказать их, в том числе в той же фирме, которая изготовляла их для капитула. И капитульные знаки возвращались по смерти кавалера в капитул. В случае, если они были в хорошем состоянии, их выдавали следующему. А если они в плохом состоянии, их утилизировали. Знаки частного изготовления, естественно, оставлялись в семье. Это была их собственность. Бывали случаи, когда люди носили, например, не сдавали, забывали сдавать. Или там, почему-то семья их не сдавала. А в случае, если, например, сыновья получали те же ордена, что и отцы, бывали случаи, когда они носили просто отцовские. И то, и другое, и третье все часто описано. А то, что ну, купли-продажи, они, некоторые из них содержали драгоценные металлы, и, соответственно, это было просто обычным ювелирным изделием. В советское время, повторяю, купля-продажа была всегда запрещена, и долгое время была запрещена, прошу прощения. В 91 году этот запрет был снят, но в 95 году опять восстановлен. Что касается репрессированных, это очень интересная история. Дело в том, что и вообще было мало орденов, очень до войны введено, выдавалось очень мало орденов, и орденосец был большой редкостью. Даже слово это появилось, орденоносец, довольно смешное для русского языка, как мне кажется. Орденосец, кстати, был обязан, его обязанностью было носить орден на одежде. И огромное количество людей, которые были награждены орденами и в ходе гражданской войны, и впоследствии, были, конечно, репрессированы. Значит, ордена, в силу того, что они были изготовлены из драгоценных металлов, надо сказать, что стандартный орден Ленина, вот уже обычного известного нам типа, содержал примерно 32 грамма золота и, по-моему, 4,5 грамма платины. И, кстати сказать, запрещение оборота государственных наград, оно было связано именно с оборотом драгоценных металлов. Это была следующая статья после незаконного обращения драгметаллов. До 1978 года все советские ордена, кроме Ордена Отечественной войны второй степени, нужно было по смерти кавалера сдавать, как правило, сдавали в районный военкомат. С 1978 года эта практика была отменена, и в связи с этим тоже было, это было одной из причин очень большой редкости некоторых орденов. Но понятно, что, например, полководческие ордена первой степени можно было получить только генералу. До 1978 года немного генералов Отечественной войны дожило. В результате, ну, скажем, орден Ушакова первой степени, 47 вручений. Из них какое-то количество воинским частям. У кого-то по два было. Почти все в музеях. В результате на фалеистическом рынке доходило до 2 миллионов долларов. Один знак Ушакова первой степени. Но это, правда, было очень недолго. То же самое с орденами первой степени, другими полководческими, очень редкими. Что касается репрессированных, то, как правило, они сдавались в доход государства, то есть они переливались обратно в слитки серебра или золота. В редких случаях они оставались в делах репрессированных. Были случаи, когда люди получали свои же собственные ордена по прошествии там, 18-19 лет отсидки. Очень интересная была история с, по-моему, единственным оставшимся в живых репрессированным комкором Тодорским, который был награжден помимо, собственно, орденов РСФСР и СССР, также и некоторыми республиканскими орденами, о которых мы, к сожалению, не успели сегодня поговорить. В частности, он был награжден орденом боевого красного знамени Грузии.
И когда он вышел, то не могли нигде найти такой знак, и в результате дали ему тот, который служил образцом для изготовления других. Он был кустарный, абсолютно очень плохого производства, и Тодоровский с этим писал потом в президиуме Верховного Совета СССР о том, что знак ордена очень плохой, он разваливается, так сказать, его невозможно носить, и все остальное. Так что, как правило, повторяю, эти ордена, а также все, которые сдавались в связи со смертью кавалера в официальном порядке, они все поступали в доход государства, то есть утилизировались. Да, иногда, в особенности тем, кто вернулся из места заключения, или в случае утери ордена, далеко не всегда выдавали дубликаты, но в этом случае с тем же номером выдавали знак ордена с буквой «Д», или были еще некоторые другие удивительные вещи. Например, уже в Горбачевское время для кавалеров ордена Красного Знамени РСФСР было изготовлено некоторое количество орденов, точности повторяю, ну, очень похоже на него знак ордена СССР, за исключением того, что там внизу было не место СССР, написано РСФСР, но на пятиугольной колодке, и вручены вот в некоторые семьи, может быть, даже, собственно, репрессированным, которым до этого их ордена Красного Знамени не были возвращены. Но это флористическая редкость абсолютно. Это такая большая удача для коллекционера такое получить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.